Слеер. Лина. Do you require aid, human? Лина, по кличке Слеер, известная чародейка, путешествующая по миру. Она изначально присоединилась к Sentinel, потому что ей была обещана хорошая награда. Но года сражений плечом к плечу с великими воинами за защиту мирового древа дали ей ответственность и веру. В совершенстве, владея искусством обращения с огнем, она вносит хаос и разрушение в ряды врагов. В критических ситуациях способна наполнить себя яростью и призывать мощную молнию. Слеер — страшный враг для Скорж и ярый защитник для Sentinel. Click me, baby. One more time. Это ГГ. Не знаю, так глупо он сдох сейчас. Хорошо. О, а тут это что такое? Что такое? Хорош. Бля, ну не достал я. Сори. Ну можно даже и на вставочку. Хорошо раскайтил. Там омника зажало, что ли? Девятьсот хп. Тебя сразу в таверну, братец. Тебя тоже туда же. Хорошо. Сюда. Этот медведь через аганим, так это вообще будет страх. Видели, кого-то в инвизе толкает? МХ говорит. МХ в инвизе форс такой. Вау! Вау, такой форс в инвизе. МХ говорит. Think about. Здесь МХ, как говорится. Вот. Вот это уже другое дело. Оба. Хорошо. Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Ксенанс, и сегодня у нас новый гайд. Но прежде чем мы будем разбирать этот гайд, конечно же, вот этих спонсоров хочется очень хорошо поблагодарить, ребятки. Спасибо, что вы двигаете мой YouTube-канал, что заставляете максимально мощно потеть и, конечно же, выдвигать такие гайды, которые я постоянно выдвигаю с историями героев, с различными информациями и с интересным геймплеем. Итак, друзья, у нас сегодня в целом максимально интересный гайд. Это у нас гайд на неметового героя, это у нас Лина. Просто посмотрите на нее, вот такой вот у нас геройчик Лина. Сегодня мы узнаем, конечно, как работают ее способности, как работает Dragon Slave, да, правильно, конечно, Light Strike. И у нас Fiery Soul есть еще и Laguna Blade. Знаете все, да, что такое Laguna Blade в целом. Но герой здесь максимально урезанный, его очень сильно пофиксили. Но в целом он все равно может раздавать. Все секретики сегодня мы раскроем на этого персонажа. Кстати, это единственный герой на 85-й карте, на которого я еще не делал гайд. Да, я действительно на него не делал гайд. Те, кто знает, те знают, друзья. Так что этот гайд выходит вот так вот, меж других гайдов, которые идут у нас по списочку. В принципе, все, друзья. Будем переходить сейчас к разбору персонажа. Заготовил я каточки, не буду их палить. Не пропускайте теорию, не скипайте ни секунды, чтобы знать намного больше, чем другие, конечно же. Все, пожелаю приятного просмотра и поехали разбирать теорию. Итак, друзья, первая способность на нашем персонаже — это Dragon Slave. Очень интересная способность, которая позволяет харасить оппонентов, выгонять слайна, конечно, очень жестко душить с маленьким колдауном, но с средним монокостом, конечно, немного тяжелее. Ну и в целом способность очень интересная. Можно бить ею в инвиз, дамаг хороший с нее и, конечно же, большая-большая дальность применения плюс дистанция прохождения. Это реально очень круто. Ну что ж, поехали. Хоткей у нас D, дальность применения этой способности 800 единиц. Можно вот так вот закидывать и продамаживать. Немного не долетело, да, но там есть еще дистанция определенная. Это мы будем разбирать. Вот, опа, продамажило. При этом эта способность очень специфична тем, что начальный есть радиус у нее и конечный радиус Драгонслейва. В начале радиус немного побольше будет, а в конце немного поменьше. То есть способность вот так вот вылетает, и в конце нужно прям кончиком цеплять, то есть, ну, там уже поменьше будет радиус вот этого задевания дамаги, и, конечно, нужно будет аккуратно прицеливаться, то есть, вот эту тему нужно тоже знать, и по табличке это отдельно разберем. В целом, способность очень хорошая, в БКБ она не работает, это магический урон у нас, худый пайп и все смягчает, и можно спокойно харасить в инвиз, это я уже, в принципе, говорю неоднократно. Поехали по табличке, ребятки, в целом, я думаю, тут и так понятно. Смотрите, дальность применения 800 единиц, это то, как вы будете нажимать, то есть образно вы стоите вот здесь,
здесь и нажимаем вот сюда, и Dragon Slave примерно у нас сюда летит, и вот до сюда у нас долетает. Это мы поняли. Начальный радиус 275 единиц, это то, о чем я говорил. Вот этот начальный радиус, то есть здесь Dragon Slave выходит, такая обширная ауешка, и конечно радиус 200, и в конце заканчивается. То есть в конце вот здесь это уже у нас будет 200 у нас радиус, ну в самом конце, то есть подразумеваем вот здесь вот, но... Показываю вот здесь, чтобы вы понимали. Так что вот такая тема. Радиус у нас получается варьируется от 275 до 200. То есть вот такая вот пика у нас получается, да. И аккуратно нужно цеплять и продамажить. Не забывайте эту тему. Дальность прохождения 1075 единиц. Это вся дальность, на которую летит у нас Dragon Slave. То есть если мы берем вот так вот юзаем, то есть вот так вот 1200 он у нас летит. Но на самом деле летит немного больше. На 1275, исходя из конечного радиуса. Потому что конечный радиус и плюс дистанция прохождения, они у нас складываются. И получается 1275 дистанция прохождения. Вот такая тема. Про конечный радиус мы говорили. Теперь дамаг. 110, 180, 250 и 320. Редко есть какие способности в доте, которые дамажат больше 300 урона. А у Лины 320 тут даже. Несмотря на то, что Лина тут в этой карте урезана, в целом дамаг неплохой на Dragon Slave остался. Колдаун у нас 8,5 секунд, очень хороший КД, чтобы можно было постоянно харасить. И монокос 100, 115, 130 и 145 единиц. В принципе, 145 единиц это многовато для такого харас спелла, но в целом, исходя из того, что тут 320 урона и маленький колдаун, я думаю, это балансно. Поэтому вот так вот, ребятки. Как я говорил уже, на БКБ эта способность не работает. Линка не блокирует Dragon Slave, хотя можно на оппонента вот так вот нажать, да, таргет. И Линка не блокирует. Но это, в принципе, потому что это такой спелл. Это, по сути, не таргет, это направляешь на землю и дамажит. Хотя, казалось бы, да, у Леона та же самая история. Если на Леоне вы направляете на оппонента, то шипы не трогают его, а если на землю, то... трогают. При этом, если вы направляете на оппонента на Леоне, то Линка сбивается. Да? Как бы это бредово. Но на Dragon Slave так не работает. В принципе, все по этой способности, ребятки. Вроде ничего не упустил. Поехали на следующую способность. Что ж, следующая способность на нашем персонаже — это первая способность, которая подверглась у нас максимально жестким фиксам на линии. Это, конечно же, Light Strike. Это стан в радиусе, который наносит урон и который в зависимости от уровня прокачки разный наносит урон, при этом еще и разное накладывает оглушение. Также у нас тут разные монокосты, но колдаун всегда неизменный. Прокачиваем хоткей у нас Т. Дальность применения этой способности 625 единиц. Вот такая вот небольшая ауешечка, она у нас составляет 225 единиц. И давайте подойдем вот так вот, закинем. Опа, вот так вот делаем. И что у нас получается? Вот такой вот эффект у нас, такой взрывчик получается. И три персонажа у нас улетели в стан и при этом получили дамаг. Есть еще такая приколюха, что можно этой темой еще и ломать деревья. При этом вы, наверное, обратили внимание, что есть задержка. Задержка полсекунды при создании этого стана. Это, на самом деле, очень сильно усложняет в юзании данной способности. При этом нужно понимать какие-то определенные тайминги на этом герое. И эту тему нужно чувствовать. Кстати, еще есть такая приколюха, что у Лины есть две разные анимации на... вот этот страйк, и из-за этого Лина может чуть-чуть быстрее или чуть-чуть медленнее кастовать второй спелл. Да, это есть такая приколюха. Обратите внимание, она иногда лениво кастует, а иногда порезче. Вот сейчас был резкий каст. Вот сейчас, сейчас тоже порезче. Сейчас порезче, ну-ка. Вот сейчас ленивый каст был, вы видели? Обратите внимание, а вы знали эту тему? То есть я пытаюсь перекликивать, видели, сейчас ленивый каст был. То есть я перекликиваю, все равно, оп, сейчас резкий каст был. То есть видели, я сбиваю эту анимацию в конце, и Лина чуть-чуть дольше ее кастует, либо чуть-чуть медленнее. Оп, сейчас быстро кастанула. Вот сейчас чуть-чуть быстрее тоже. Оп, вот сейчас ленивая была анимация, видели, она до конца докастовывает. Либо это баг лобби, но вообще это написано даже прям вот в описании спелла есть. У Лина есть две различные анимации для этой способности, что приводит к двум возможным длительностям задержки после применения. Понимаете? То есть вот это, я не знаю, как это называется, но мне кажется, это бредово из-за этого. То есть смело можете заявлять потом, да, это из-за того, что у Лины анимация там дольше, дольше обычно. Вот сейчас видели, чуть дольше была анимация. Да, если честно, до вот этих тестов думал, что это какой-то бред. Но на самом деле чуть-чуть есть разница, там примерно где-то 0,2 секунды, 0,1 секунда. Она, в принципе, незначительная, но в целом
может под ваш Евул немного подпарафинить. Так что держите в курсе. Что ж, эту тему мы разобрали. Давайте теперь, наверное, разбирать по табличке. Хотя в целом, чё, какая нафиг табличка? Мы еще не поговорили о том, как она работает на БКБшных юнитах и как можно хреначить ей в инвиз. В инвиз она тоже бьет вот так вот в комбинации засыпаете. И, конечно же, все юниты, которые здесь были, они подожглись. Они ушли в стан, получили урон, еще драгослеймом вы их задушили. Так что вот такая, парни, тема. Магический урон у нас также в студии сегодня на второй способности. Ну и ладно таки, давайте. Табличка выезжает, смотрите. Дальность применения 625, радиус 225. Дальность применения мы разобрали, это насколько далеко вы кидаете. Радиус это вот это, АОС-чка. Далее, смотрите, задержка 0,5 секунд. По задержкам мы поговорили, что есть две разные анимации, и в целом стандартная задержка у нас 0,5. Поэтому, ребятки, держите в курсе, иногда Лина вот так вот может вас немного обмануть и дать стан чуть-чуть позже. Далее, смотрите, урон 80, 120, 160 и 200 единиц. Урон очень сильно урезан. Теперь всего 200 урона вы нанесете на ласт уровне. И у нас тут есть оглушение. Оглушение составляет у нас такую тему. 1,6, 1,9, 2,2 и 2,5 секунды стана. На ласт уровне 2,5 секунды стана, это реально очень прикольно выглядит. Несмотря на то, что колдаун у нас 7 секунд. А монокост такой. 100, 110, 120 и 130 единиц. Вот такая приколюха, парни. В БКБ эта способность, естественно, не работает, потому что это у нас никакая там жесткая способность. Это обычная способность на БКБшних. Не работает. Также урон на БКБшных не будет накидываться. Оглушение можно снять любым развеянием. В принципе, по этой способности все. То, что ломало деревья, я тоже уже показывал. Не забывайте про эти анимации. Если честно, я думал, это бредни какие-то. Потому что, ну, типа, она реально... Ну, вот посмотрите, сейчас она дольше кастовала, а сейчас очень быстро кастанула. Я не знаю, как это работает, но это... Если честно, я даже сам эту фигню не знал, пока не почитал вот эту информацию. Но я действительно обратил внимание, что чуть-чуть резче она кастует. Напишите в комментариях, кто об этой теме знал. Посмотрим, сколько нас. Ребятки, погнали на третью способность. Следующая способность на нашем персонаже, парни, это, конечно же, наша пассивка, которая позволяет разгонять Лину в скорости атаки и в скорости передвижения. Это такой буст некий. Официальный буст, как знаете, как официальная МХ, когда сикер палит вот по карте. В общем, очень интересная пассивка со своими спецификами. У нее тут есть небольшой ап. На 85-й карте ап, именно не АБ, а АП, то есть подъем, да? Очень хорошо ее сделали, эту пассивку, в работе с Black King Bar. Если 83-й в БКБ не работает эта пассивка, то тут работает, это я покажу. Очень интересная тема. Ну и что ж, поехали разбирать. Смотрите, как активировать нашу пассивку. Во-первых, ее надо прокачать, походки F прокачали. Смотрите, далее, что у нас получается. Вот тут вот индикатор такой, нолик, он сигнализирует о том, что на вас не работает никакой заряд. Когда вы атакуете и юзаете первый, второй или ультимейт, у вас заряжается эта способность. На 10 секунд будет даваться один заряд. И будет это все показано еще. Мало того, что тут единичка загорится, если вы один раз что-то кастанули, но еще и будет визуальный эффект. Смотрите, такой у Лины так руки загораются. Видели, такой красный эффект добавился. И в течение 10 секунд у вас будет работать это пассивка, этот один заряд. Его можно продлить, этот заряд. То есть он не идет как накопление, образно, у Гоблин Грида Алхимика. Тут идет именно перебав постоянно. То есть если вы будете постоянно поддерживать тайминг, то есть, смотрите, пройдет сейчас 7 секунд, и у нас, казалось бы, да, вот сейчас второй вот раз, сейчас должно как бы первый заряд как будто должен пропасть, но нет, это у нас тут накапливается, то есть вам нужно просто поддерживать потом этот заряд, и все, вы можете вот так разгоняться и постоянно двигаться под этими бустами нашей пассивочки, то есть нужно постоянно просто будет поддерживать ее, и все, и вот так можете быстро двигаться. Больше 3 зарядов тут у нас, конечно же, нету, всего 3 заряда, как я уже и сказал, и в течение 10 секунд эти заряды все будут держаться. Если вы стабильно поддерживаете первым или вторым, ну или ультимейтом. Если вы каждые 7 секунд там будете ультовать, то я, конечно же, дам вам много, короче, там капсов, скину 10 тысяч капсов вам кину. И
всего тому хорошего пожелаю. Так что вот такая вот у нас пассивочка, друзья. Очень интересная тема. Ну и давайте разбирать ее по табличке. Надеюсь, вы поняли, как ее активировать. Просто юзайте первый, второй или ультимейт. И, конечно же, по индикатору смотрите, сколько у вас зарядов. Ну и также не забывайте, что нужно постоянно поддерживать его, исходя из того, что 10 секунд длительность вот этого вот заряда. Если вы ничего не кастанули, то заряд, естественно, падает. Заряд весь падает, соответственно. Не один, а весь, который вы накопили. То есть, надеюсь, вы поняли. Хорошо. Смотрите, скорость атаки у нас на первом левеле, на втором и на третьем, на четвертом и на пятом и на десятом различается. Также скорость передвижения различается. По табличке будет немного понятнее разобрать ее, нежели чем тут. Тут все вот у нас в кучу и сидеть потом пересчитывать все не очень. Смотрите, максимально зарядов. Три заряда, это я уже сказал. То есть максимально можно разогнать Элину до трех таких зарядов. Далее, дополнительная скорость передвижения. 5, 6, 7 и 8% за один заряд. То есть получается у нас будет, если 2 заряда это примерно, вот если на первом левеле 5% это 1 заряд, 2 заряда это 10% скорости передвижения вы получаете и так далее. И 15 получается на первом уровне на 3 зарядах. То есть вот такой небольшой буст, но 15%, извините, это очень хорошая скорость передвижения. Далее, дополнительная скорость атаки 40, 55, 70 и 85%. Это очень много. Прикиньте, под тремя зарядами скорость атаки у вас будет прям максимально жесткая. Далее, смотрите, длительность бонуса 10 секунд. В течение 10 секунд, если вы ничего не заюзаете, вы не продлите эти заряды или не апните их, как я уже и говорил. Проходит сквозь иммунитет к заклинаниям. Самое интересное, итем Блацк, смотрите, итем Блацк, давайте пропишем моими кривыми руками. Лацк минус и тем 230. Смотрите, юзаем БКБ и стаки у нас эти заряды, они накапливаются в БКБхе. Это первый ап, который у нас тут есть. Это круто. Но он, в принципе, и все. Больше апов нету. Почему я сказал первый ап? Но это круто. На 83-й карте это не работает. На 85-й это прям по кайфу. Следующее. Раз у нас это пассивка, можно ли Сильверейджем отключить эту пассивку? Если Лина уже разогнана под какими-то зарядами, и ее вы ударите с Сильверейджа, то у нее остаются эти же заряды, которые она накопила. Но следующие преобразовать она уже не может. Так что вот такая тема. Вы частично законтрите. Если уже были какие-то заряды, они остаются. Но следующие они накапливать не смогут. Так что вот такая приколюха. Ну и развеивать эту пассивку никак нельзя с Линой. Она у нее врожденная. Ну и в целом, в принципе, все по этой способности. Более нечего. Это такой некий буст. Взяли, нажали, побежали, как говорится, да. У нас тут еще есть табличка другая. Смотрите, 2 заряда дают 10, 12, 14, 16 скорости передвижения. И 80, 110, 140, 170 скорости атаки. И 3 заряда дают 15, 18, 21, 24 и скорости передвижения 120, 165, 210, 255 скорости атаки. По этой табличке второй вы можете понять, насколько жестко Лина разгоняется. Да даже посмотрите, скорость атаки на 255, скорость атаки у нее возрастает под третьим спеллом, под четвертым уровнем, под тремя зарядами. Это же просто жесть, 255 скорость просто атаки возрастает. Ну и на 24% МС. 24% это тоже очень много. Вот такая вот у нас вторая табличечка была, ребятки. Если кому непонятно, пересмотрите или просто переслушайте. Ну или задавайте вопрос в описании. В принципе, ребятки, по этой способности все. Погнали смотреть лагуну. Итак, друзья, самая теперь интересная способность, которая у нас есть, есть у Лины, это Лагуна Блейд. Лагуна Блейд это таргетная способность, которая позволяет нанести очень большое количество урона в кого-то одного. Это мы сейчас будем разбирать и я покажу. При этом с уровнями прокачки у нас тут уменьшается колдаун и увеличивается урон. Это мы также разберем по табличке. Есть тут множество нюансов на этой способности, которые мы будем разбирать. И еще у нас тут есть аганим, который будет улучшать наш ультимейт. Как он улучшит, я тоже расскажу в отдельной, так сказать, теме чуть-чуть попозже. Давайте теперь самое основное. Хоткей у нас... J, не J, а G вернее. Хоткей у нас G, J это вообще другая кнопка. Вот это вот J, а вот это G. Хоткей у нас G, G, Лагуна G, Лагуна G. И что у нас будет происходить, когда мы будем кастовать эту способность? Что-то камеру сильно низко опустил. Хорошо, поехали. Смотрите, хоткей у нас G. Дальность применения этой способности 600 единиц. Вот так вот залетает джиггернаута, и джиггернаут получает у нас определенное количество урона. При этом тут у нас еще есть задержка создания этой
Лагуны Блейд. 0,25 секунд. И это очень-очень плохо. Данная задержка очень сильно моросит. Потому что из-за этой задержки мы можем прогулять нашу лагуну. Эту лагуну не составит труда закайтить просто даже джиггернаутами, там какими-нибудь найксами в рейджах или просто БКБшкой. Если по-обычному эту лагуну мы не можем вот так вот направить на иммунитетного, то он спокойно может ее откайтить с помощью этой задержки. То есть мы уже кастанули молнию, она полетела, а вы спокойно ее кайтите. Это огромный минус лагуны во время того, когда нету тут аганима, потому что там есть свои приколюхи, которые я буду рассказывать уже на аганиме. Поэтому, ребятки, досмотрите до конца, потому что информация очень важная касаемо ультимейта нашего персонажа. Следующее, что у нас тут есть, конечно же, урон. Урон 450, 650 и 850. В принципе, можно тут уже выкатить, думаю, табличку. Основную тему вы поняли. Таргет, который у нас закидывается в какого-то персонажа. Если он находится в иммунитете, вы не сможете накинуть. Далее, в линку, как это работает. В линку, конечно же, у нас никак не работает. То есть есть эффект, линка сбивается, дамаг не наносится. Ну и на БКБшных также я это показал. Поехали по табличке разбирать. Выезжает табличка, дальность применения 600, задержка 0.25. Это именно та задержка, за которой вы сможете прогулять ультимейт или сможете откайтить его. Вдруг вы играете на паке, вдруг вы играете на джаггере или на найксе, или просто на найксе успели залезть в крипа. Или на Урсе нажали ультимейт и ничего не нанеслось. Вы, так сказать, сможете эту тему закайтить. Урон, смотрите, 450, 650 и 850 магического урона. Да, здесь у нас магический урон. Далее, монокосты, огромнейшие монокосты. 280, 420 и 680 единиц маны на ласт уровне потребуется, чтобы зарядить лагуну. Перезарядка 70, 60 и 50. Да, перезарядка, в принципе, хорошая. Монокост очень большой. Для пугны это просто счастье. Если пугна ставит палку, то Лине наносится огромное количество урона с ее лагуны. Вот такая тема, ребятки. На БКБшных не работает. На БКБшных не работает. Можно закайтить. В линку блокируется, развеять нельзя. И что ж, теперь разберем аганим и посмотрим, насколько сильно аганим улучшает и что меняется у нас на лагуне Блейд. Давайте посмотрим. Итак, ребята, что же у нас дает аганим на линии? Давайте подберем и посмотрим. Смотрите, во-первых, что у нас дается? Это красивый такой эффект. Если мы еще и пассивкой разбавим, то вообще у нас Лина получается какая-то новогодняя елка. И что самое классное, аганим вот этот дает эффект. И мы понимаем сразу, что у Лины есть аганимчик. Это по кайфу. Смотрите, такие синие разводы, да, красиво выглядит. И что у нас будет давать аганим на линии? Казалось бы, вот тут ничего у нас не меняется, да, по уровням прокачки, ни дамага, ничего там, ни колдаун, ничего не меняется. А что ж тогда делает аганим на линии? Сейчас мы разберем самые основные, самые крутые изменения при покупке аганима на этом персонаже. Во-первых, что нам нужно знать? Это то, что если без аганима у Лины урон наносится с лагуны Блейда обычным магическим уроном, то с аганимом наносится чистый урон. То есть, смотрите, если тут написано на ласт уровне 850, то 850 и нанесется. Но это с аганимом. Запомните, что без аганима у Лины обычный магический урон на ультимейте, а с аганимом чистый. Это первый момент и самый основной момент. Второй момент, который у нас тут есть. В принципе, давайте еще потестим по урону. Смотрите, как у нас бьет чистый урон. 765 остается. И как у нас будет бить грязным магическим уроном. Смотрите. Разница ощутима. 870 хп остается. Но я думаю, тут в принципе наглядно показано, насколько чистый урон намного круче. Следующий момент. У нас теперь у Лины аганим, когда появляется, лагуна бьет в БКБ. Давайте юзнем БКБ и смотрите. Пробивает Black King Bar. Если тогда мы просто даже не могли направить, то сейчас спокойно лагуна Блейд бьет. Спокойно бьет в БКБ. Это тоже один из крутых бонусов. То есть видите там Найкса, Найкс в рейдже бьет кого-то, у него там где-то половина хп, вы даете в него лагуну даже в рейдж и не паритесь, Найкс идет курить бамбук. Далее, что у нас происходит? Какой еще один основной момент у нас есть? Помните, как Лина била без аганима джиггернаута в
тот момент, когда он начинал крутиться, он там кайтил, да, вот эта вот задержка какая-то была. Посмотрите, то есть смотрите, дается лагуна и такая задержка, и наносится урон, и все, и Джиггернаута хорошо. Давайте теперь посмотрим, что нам дал Аганим. Смотрите, как я кастую в Джиггернаута лагуну. Бах, мгновенно дамаг залетает. Смотрите еще раз. Бах, мгновенно. А это значит что? Что? Это значит то, что Аганим на линии убирает задержку нафиг. Все, и вы мгновенно наносите урон. Мало того, что вы теперь не можете закайтить, так еще и в БКБ наносится. Еще и вот эту задержку убрали. И больше урона вы нанесете, потому что у вас чистый урон теперь. Вот такой вот у нас Аганим на линии, ребятки. В принципе, больше ничего Аганим не дает. Все, ребята, больше ничего не дает. Ну, в линку он также и работает, как и работал. То есть линка защищает полностью от лагуны. И, в принципе, контрит максимально хорошо. БКБ никак не законтрит. Если без Аганима законтрит, то с Аганимом никак уже не законтрит. Ребятки, вот такой вот у нас сегодня получился обзор. Вот такой вот у нас сегодня был герой на обзоре. У нас Лина Энверс. И мы сегодня будем играть очень интересные игры. Я для вас заготовил три катки. Интересные три катки. Будем играть Defaulty, Funny и еще немного в другом билде, который вы также посмотрите, узнаете. Надеюсь, вам этот гайд понравился, ребятки, по теории. По практике, надеюсь, также вам понравится. Надеюсь, вам теория нравится, ребятки, ведь я реально очень много времени на нее трачу и хочу, чтобы вы досконально понимали все способности и узнавали какие-то новые фишечки. В целом, напишите комментарии, ребятки, кто досмотрел теорию, кому она реально зашла, что-то может быть новенькое, что-то старенькое. Может, если вы ничего нового не узнали, также напишите. И, в принципе, все, ребята, тянуть не буду. Пожелаю всем приятного просмотра, спасибо, что смотрите. И все, поехали смотреть интересную практику, ребятки. Итак, друзья, загрузилась у нас первая игра. В общем, сейчас мы пойдем линой, так сказать, в дефолт. Но этот дефолт будет необычный. Это будет дефолт 85-й карты. Я считаю, что можно будет собрать ее тут через октарин и другие всякие кнопочки. Так, главное сейчас быстренько пропикать. Лину можно даже, в принципе, на ФП брать. Против нее есть контрпики, конечно. Все, что вносит много урона физики, это, конечно, контрпик. У Лины мало армора, у Лины мало ХП, она очень сильно этим контрится. Но в целом, герой, в принципе, пойдет. Так, покатать немножко, давайте, ничего не боимся, берем контрпик. Не думаю, что нас там загангают. О, легиона взяли. Ну, легион, это будет страшно, на самом деле. Но если будет стоять в центре, то ГГ. Будем, в принципе, справляться. Линочку уже вижу, придется собирать. Немного тут билд поломается. Если честно, хочется собрать и рефреша. Но я думаю, вы уже видели, что, в принципе, если эту каточку увидите, значит, все получилось, значит, все очень интересно. Абы что, я не хочу вставлять в гайды. Так что, ребятки, надеюсь, катка будет годнес. Годнес. Very good, very good, very godness. Годнес, очень хорошая катка, надеюсь, будет. Так, взяли еще и Найкса. Ля, я уже вижу, сколько будет суеты в этой катке. Идем центрально, душаем, пацаны, и выигрываем эту каточку. Эту каточку. Некро взяли. Нормально. Нормально. Хорошо. Сайленсер. Отлично. Быстро драфтятся очень, ребята. По контрпикам, в принципе, ребятки, я думаю, вы поняли. Пугна один из сильнейших контрпиков. Нерубиан Ассасина. Дальше там уже все, что дамажит с руки. Люто то может, конечно, напрягать. А так для мартретки никаких нету проблем. Ой, для мартретки. Смотри на мартретку. Говорит, для Алины никаких, в принципе, нету проблем. БКБшку законтрить на раз-два, в принципе, для нее это изи. Изи, ребятки. Так, ну что ж, первая катка дефолт, вторая интересная и третья фановая. Фановая катка это вообще что-то с чем-то будет. Я не знаю, как я это буду делать и нужно ли это делать, то, что я запланировал. Но в целом посмотрим. Фановая катка должна быть просто фановая, там поржать, не знаю, там посмеяться, хи-хи-хи, ха-ха-ха, чисто, ну такое. Ну, надеюсь, она вам тоже понравится. Так что, ребятки, не забудьте поставить лайк, кто смотрит гайды. Спасибо всем за актив. Я смотрел там на гайде Тиника, по-моему, уже там 1012 просмотров было. И лайков было что-то около 500. Ну, хотя бы такой результат был бы тут тоже неплох, в принципе. Потому что хотелось бы, чтобы ребята осведомлялись, ставили Луицк. И этот гайд рекомендовался ребятам, другим, которые смотрят. Было бы очень-очень круто, ребятки, поэтому спасибо всем от души. Так, я МХ настраиваю, тут чтобы было поудобнее. Поудобнее, чтобы было бы задушивать. Так, алхимику монету помочь. Алхимик на топе пошел. И хочется на низу, если честно, монетку забрать.
на монетку забрать. Так, я покажу монитор, чтобы не сказали, что МХ там и тому подобное. Карта, видите, закрытая карта, я не вижу никого. Все нормалин. Просто мне нужно было опс подрастянуть немножко. Опс подрастянуть немножко, чтобы видно было лучше. Что мы, алхимик на топе? Алхимика. Никто не любит в нашей команде алхимика, поэтому... Даем стан по двоим и поехал. Легиона ненавижу. Айкса давай душить, да, за альянс. Ну это конечная для пацана. Хорошо, ФБшечку взяли. Ля, у нас тут заруба прям. Давай драться. О, там на хилах он, нифига себе. Слишком много перехила. А руты будут еще? Да, еще руты будут. Я тут могу еще умереть. Нет, одна тычка, пожалуйста, хил. Ох, боже, не пережил, прикиньте. Ля, вообще, что за заруба? А что Тускар ушел? А что, это мид, что ли, аппарат? А, нет, все нормально. Я уже подумал, все, ГГ моему миду. Так, ладно, ничего страшного. Сайленсер еще в миду. Хорошо. Тут главное переласт хитить. В принципе, сало в миду, это не страшно. Сало в миду, это не страшно, ребята. Страшно то, что я поднафидил. Страшно то, что я поднафидил. Но ничего. Сайленсера на расстоянии будем держать. О, так ты отдаться можешь сейчас. Хорош. Лина, она такая. У нее 670 дистанции. Качаем третий. Пассивку. Делаем дефолтную тупую Лину. Почему тупую? Поясняю. Потому что дефолтная тупая Лина, это которая кидает стан и начинает просто автоатачить. Это дефолтная тупая Лина. Так, нужно... Пойдем так сделаем, раз он бычится. Давай. Тебе же больнее будет. Все, берем драгонслейвы, раскачиваем драгонслейвы. Хорошо, он нам почти вард снял. Если что, держим стан на готове. Крипа добьем. У него тангусы. Ой, как хорошо, что он неопытный. Как хорошо, что он неопытный. Хорошо. Ля, не попал. Ну такое себе. Все, ботлик вперед. Я взял сапог, чтобы сейчас активничать. Тут можно, в принципе, на сайленсера прям бычиться. Под одним третьим уже можно будет прям нормально. Но сало такое, это курсовый сало, в принципе, это не страшно. Драгонслейв, давайте задушим немножко драгонслейвом. Хорошо. У нас низ там убивают, да? Или нет? Петукс на морд редки. Парень там уже. В негодовании. Кто-то там на руне дерется. Брат, тебе тут конечно. Я тебе тут вообще ничем не помогу. Маны нет, но вы держитесь. Лего лиса колотит. За альянс. Давайте добиваем. Добиваем. Блин, так и не добил. Короче, смысл на линии такой, ребятки. Агрессивная центральная. Вин-мид. Вин-мид и GG. Сейчас ботлик придет, будет очень хорошо. Ботлик придет, будет очень хорошо. Туск. Что-то потерялся по катке. Он не работает. Забери. Забери, он не работает. Но парни до сих пор не научились пользоваться мангустами через Ctrl. Спустили-то меня эксп. Невзначай. Сейчас мана придет. Я очень много расходников потратил на его один, так сказать, атак. Атак, we attack, атак, атак, атак. Пускарчик, брат. Ну, я могу соло. О, под тэшку поехали. Надеюсь, не я буду танчить. Ладно. Так уж и быть, потанчу. Хорош. Если бы я стану не попал, это было бы, конечно, что-то с чем-то. Иду. Все, ката умерла, можно. Так, ну тут две руны будет сейчас. Через что играет Лина обычно? Можно через фейзы. Через фейзы, ребятки. Отпиваемся на фул. Ой, ой, сори.
Сори, больше такого не повторится. Что-то я вот это, кстати, прогулял. Не увидел. Честно, был максимально зафикшен на этом. Максимально зафикшен на отпитии и дальнейших действиях. Честно говоря. Ладно, я понял. Зря быканул. Сорян, алхимик. Так, первое, что сделаем тут, это стики, я думаю. Давайте вот так вот сделаем еще. Стики. Там еще какая-то активка должна быть. Пойдет целом. Сайленсер, в принципе, не может ничего тут сделать. Вообще, желательно делать фейзы сразу. Но видите, он харасит сайленсер. Мне не хочется постоянно хапать. Хочется постоянно хапать, поэтому... Да промахи, блин, невозможно. Я никогда крипов не добиваю в миду, потому что у меня тупо миллион промахов с лоу-граундов. Казалось бы, говорите, да? Типа, да зайдите на ХГ, и стэн с ХГ, ну что тут это там это. Да какое ХГ, я вас умоляю. Какое ХГ? Чё, сайленсер, будем умирать. Там лагуна у нас 280, да? 280, лагуна. Чё там, МХ сайленсер, да? Классика жанра. Ага, на топ пошел. На топ пошел. Ага, стоп идет обратно. О, хорош. Крипчикус. Че там, МХ сайленсер? А, вот так сделаем. И по идее, две тычки. Хорошо. Прям наглую мы так еще зашли. Хорошечно задушили. Все, можно слейвить тут. Fucking slaves. Хорошо. Fucking slaves. Оп, хорошо. Оп, хорошо, добиваем аккуратненько. Что там, монетка? А, ну ладно, я заберу. Пойдет. Я думал, алхимик идет, чисто перепугался уже. Что алхимик сейчас, как обычно. Так, и надо легиона в лесочке навестить, МХ показать ему свое макро. По идее, тут руны уже не будет, сейчас алхимик контрит, ой, алхимик. Лего контрит, крыса. Ага, вард принес, да? Сейчас пойдет еще на миду девардить. Сайленсер, дорогой, ну давай. 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 Че я дальше раскачиваю? По билду я раскачиваю третий. А, я понял. Вот так вот, значит, да? Ну сейчас пойдем к легиону в лес, пацаны. Пойдем в лес. Смотрите, какой легион. Да, погнали, лесочек. Я понял, что легион собрался делать в этой катке. У пацана там 3-0, он сейчас такой дагер, изи катка, что-то вообще легко будет писать, знаете. Поэтому сейчас берем смока, вот здесь вард стоит, обсерв, где-то вот здесь вот, по-моему. Сайленсер подходил, он центрек обсерв взял. И надо будет лесочек, лес надо пройтись. Лего фармит. Он выходит, дает дуэльку. Нормально он левел, быстро прапал. Так, берем. КДшка, прикиньте. Раскачиваю пассивку я. Найкса не хочу я убивать. Надо Легу. Надо Легу. Легу прям хорошо надо поубивать. Так, я в смоках. Мне смока дали еще. А если Лего им хашнет, то вообще хрен его заберешь. Брат, давай кнопочку. О, глобалка. Да ладно, нормально он его сейвит. Закроешь? О, ясно. Видели урона с Драгонслейва? Вообще не почувствовал он. Это что такое было? Давайте по таймингу. Хорош. Наказали, так сказать, двух коров. Хорошо. Видели, с Драгонслейва он вообще урона не почувствовал. Как будто Драгонслейв вообще не раскачан. Обратите внимание, я, если честно, потом на записи тоже пересмотрю. Это какая-то нездоровая фигня сейчас была с этим дамагом. Так, ладно, Voidstone. Первое, что мы делаем, Юл. Все, возвращаемся на центральную, у меня всего 30 крипов в миду. Я боюсь сейчас просто легион, короче, знаете, что он сделает? Он типа выфармит даггер и начнется вот это вот, знаете, гнобление. Центральной линии, и это будет... Ой, центральных, в целом, линий всех. Это будет очень неприятно. Так, ребята, там смотрите, какие хп имеют. Во, да-да-да, вот оно. А, это лотарный лего будет. Мне придется один слот держать на этот, я так понимаю.
Один слот придется держать. Так, никто не пойдет, да? Такое все. Такое. Легу нафидели, говорят. На руне парень там забрал пару фрагов. Гоу, попробуем. GG. Сейчас лотар у него будет, но сентрики будешь покупать. Хорош. Вот этого пацана можно еще. Сало еще тут. Да ты шо? Да ты шо? Нету кнопок, у меня курса на лице. Жесть, вот тут нюки. Чисто такие лютые. Ладно, пойдет, давайте на Б сходим. Вообще можно сейчас на руну нырнуть. Но если там монетка, алхимику оставляем. Давайте идем. Просто отличная руна для Лины. Что-то сало прям такое, сало курсоидный. Чисто курсит. Он кинул мне сразу, я зажал, думал сейчас на что-то хотя бы. Страйк дам воздушный. Воздушный страйк. Блин, там лютый пик на самом деле. Будет потненько. Да и хорошо, что будет потно. Так, лотарный лего, хорошо. Вот центричок пропал, видели? Некоторые ребята спрашивают иногда на стриме, а что это такое за эффект? Это пропадает центричок. Такой синенький эффектик. Блин, мне ТП-шку надо. ТП-шку надо. Страшно, потому что, блин... Лего вряд ли еще... Не знаю, лотар есть с ним интересно или нет? Давайте дропнем. Вот так вот. Страшно, я боюсь подходить. Потому что я не уверен, есть там лотар или нет. Лотар есть? Нету. Страшно. О, так пешку надо забирать. Пешку надо забирать, парни. Не забираю. Мне страшно, если честно, стоять. Я не знаю, парни. Вообще максимально страхово. В центре поставим, нормально будет. Стоп. Давайте вот так вот сделаем. Хорошо. Все имеется. И вообще придется из-за этого лотарного легиона брать гем. И это на самом деле очень зашкварно тем, что... Тем, что проблема в том, что это минус слот. Просто минус слот. Так, ну что там остается? Визарды есть, все есть. Давайте сейчас тут подстакаем, забираем руну и идем подфармить. Парни, идем подфармить. Хорошо. В принципе, лего до линки он мне страшен максимально. Мне страшно этого легиона будет видеть, когда у меня уже будет какой-то эскейп дополнительный. Но на самом деле такая катка вроде актив. Но пассив пока что. Пассив, но пока что... вроде актив, но пока что пассив, да? Хорошо. Оп, есть. Отлично. Лего по-любому сейчас сюда придет. Давайте ждем легионов. Ждем легионов. Ну, страшно, ну что, я тут могу на легион. Мне кажется, если сюда лего сейчас придет лотаром, типа это будет чревато. Химик пусть танканет лучше. Химик пусть танканет. Внизу мартредка с этим. Я не хочу в неизведанность выходить, меня никто не подсейвит. То есть такая ситуация, вот здесь вот, если сейчас не нападем, то есть вот тут вот. Пусть подойдут парни. Видите, никого нету, отошли. А, вот они. Так, а давайте будем или не будем? Хорошо. Есть. Все, я в центр. Пойдет, свою задачу выполнил. Свою задачу выполнил. Плотненько и аккуратно надо позиционочку, ребятки, тут поддерживать. Так, а у меня есть юльчик, да? Хорошо, юльчик есть, парни. Юльчик есть. Что нам теперь нужно? Вообще желательно какой-то гем. Даже на такой стадии от легиона. Армора у нас нифига нет. И это очень плохо. Ага, вон он, лего был. Хорошо, давайте возьмем вот так сделаем. Делаем вот так вот на дальний, вот сюда ставим. Ждем легиона. Ага, не ждем.
И ждем легиона. Маны у нас, по идее, должно хватить в случае, если сейчас зафокусить тут Легу. Легу зафокусить. Но Некр зафокусил, да? Ага. Нортром пошел. Нортром пошел. С руки бьем. Глобалка. Хорош. Хорош. Даже почти на вставочку. Не знаю, где там легион. Легион где-то тут должен быть. Легион где-то тут должен быть. Оп, отлично. Бедолага на некре, жопа горит. Даггер next там, парни. Медленно бустимся, но что поделать. Так, а есть там эти неиммуны? Если нету неиммунов, то сейчас подстакаем еще дополнительно. Хорошо, возвращаемся на базу. Раскастовываем. Сейчас уже можно аккуратно раскастовывать кнопочки и выбегать. Хорошо. Там некор, по идее, сейчас вардик гнет еще. Так, ТП-шечка. Две ТП-шечки. Жалко, что не сможем сейчас никакой суеты навести. Так, гол в центральный форманем. Дагерочек желательно. И потом огоним. Печалька. Легич на топе. Нету на топе легиона, да? Есть монетка. Есть мани. Хорош. Легича нету внизу. Фармим. С Юлом можно вообще работать люто. Ага, они все на низу. Так, некор. Некор только тут, да? Давайте вот так вот просто. Тупую. Ладно. Станом не попали, не беда. Есть лагуна. Она выручает все дела. Что-то там люто внизу, да, разнос какой-то. И легич там, все там внизу были. Но сейчас даггер уже купим. Некор подмансил, стан не получил. Ну, станом надо баловаться иногда. Если парни такие ходят лево-вправо, надо станчиком баловаться. Отменять, давать. Химик. Надо спросить. Аганим сможешь дать или фармить? Надо интересно вот эту тему узнать. Хорошо, не хочет он давать. Окей. У него там 3900, только сакрет бедолажный. ДДшечка, отлично. Так, ну надо Легу. Легу. Чока-чоколата, говорится, да? Так, ну тут прыгаем сразу и даем стан. Вот так вот, примерно по комбинации. И сразу душим. Отлично. Что там на руне Лего с БМом? Гоу-гоу-гоу, парни. Гоу-гоу-гоу, надо душить. По таймингу. Задувочка. Пичечки. Хорошо. Тычечки, задувочки. Пойдет. Главное это все давать в тайминге. Там на топе на X, да? Ломаем крипи с ДДшкой. Лина вообще в такой скорости атаки лютая. Она вообще по кайфу сносит. Хорошо. Можно Т-шку внизу сломать. В принципе, каточка такая будет, походу, ребятки. Ну, сложненькая. Лего там огрызается что-то. Пойдет. Наша задача сейчас это, в принципе, аккуратненько. Я там на X, смотри, что делает. Аккуратненько и подфармливать, и все делать. Так, давайте вот так сделаем. Раз фарм он не дает на X алхимику, то надо самому забрать. Ладно, сейчас исполним. Хорошо. Так, у меня 2к есть. 2к есть. Руну там молча заберет. На миду. Вонючка стоит. И если сейчас он задержится, то можно будет... О, смотри, что делает. Печалька. Выглядит... Ой-ой-ой-ой-ой. Выглядит очень печально. Хорошо. Хорошо. С ХГ подработали.
Что, у меня сейчас такие буста, что я ну его нафиг. Да такую Лину надо бояться. Хорош. Дабл килл. Плохо, что не на вставочку. Но лютая Лина получается пока что. Страшно, страшно. Против такой Лины я сам боюсь играть. Сейчас уже почти огоним, парни. Первое, что сделаем, это огонь. О, регенерация. Регенерация. Ну, типа, я хз, у меня маны нету. У него фул мана. Я возьму, брат. Я возьму. Нифига. От меня импакт обой. О, найс. Я там еще и подстакал. Там, оказывается, было как надо. Как надо было. Иммунитетов не было. Опа, хорошо. Ой, зачем я стан даю? Я же отводить хочу. У меня машинально в голове. Надо этот, знаете что? Пассивочку, пассивочку надо разогнать. Ее, брат, стой. Хорош, сюда. Далее. Далее надо. Так, а что это такое? Опа, хорош. Ну еще, по идее, живу. Отлично. Лего, не надо, брат, дядя. О, брат, ну тут не помогу. Я не помогу. Хорош. Пойдет. Это максимум, что я мог в этой ситуации выжать, потому что, ну, никак. Сори, брат. Ну тут никак, серьезно. Это максимум, что я мог выжать с этой ситуации. ВВБ. ВВБ, так, иммунитетов еще раз. Подамаживаем. Хорошо, на базу. На базу. Разгоняемся и побежали. Так, XYW. Хорошо. Далее Октарин, парни. Блин, и Линк вообще надо тут по игре. Ну, смотрите, как получается. Да что ты там убиваешься моих? Ставь в покое. Так, вот это в помойку, вот это берем. Держи, друг. Хотя, в принципе, может себе оставить? Или я поношу? Давай я поношу. Давай я поношу. Хорошо, погнали. Так, сколько хп у некро? Некро на ваншот, да, некро на ваншот. В принципе. Все, ок, брат. Должны вин. Должны вин, бро. Должны потянуть. Так, где некр? Так, этот нам не нужен. 1900 хп, ничего себе. Ты чё? Тебя сразу в таверну, братец. Тебя тоже туда же. Хорошо. Сюда. Немного рано дал? Ах ты, хорош. Трипл килл. Ну-ка, давайте что-нибудь на вставочку попробуем. О, то тут найтс под ногами. Я в таверну. Да? О, вы с инвизом идет, я такой сорю, рядом идет. Это плохо. Жалко, нет никого больше. Уходи, дорогой, дверь закрой. Печалька, что я сфидел, парни. Печалька, нету траволок. Но нету дамаги, видели, я соло раздамажил. Так, тускар, походу, гем отдаст сейчас, да? Забирай, забирай, забирай его. Дай тускару уйти. Тускару Б, 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 Б. Парни. Молодцы. Морлодцы, морлодцы. Алхимик подох, правда, ничего страшного. Главное, гем ушел на базу. Марита там. Иу! Чисто. А они, видите, катки, ой, катки, файты выигрывают. У меня что там, 1-4 и 1-6, да? Но 1-6 пятерка. Это пятерка. На X игру сливает, и норм. Норд. Найкс, тебе катку вин. Бро, ты чё? Так, потно, да? Найкс, тебе катку вин. Блин, не хватит мне на тревел. Сейчас бы тревел сделать и гангать всю карту. Гангать всю карту. Можно ботл продать и тревел взять. Давайте так и сделаем. Хорошо. Ну так сделаем. Хорошо. Мангусик один в студию. Хорошо. Линку дальше надо, парни.
Линку и поехала. Найк, сдушительный такой, правда. Хорошо. Найк, сдушительный. Там на меду. Ага, вижу. Давайте посмотрим, варды есть или нет. Ну. На меду что-то страшно вообще, да, выглядит? Кто там? Некор, бедолажка. О, ладно, тогда и улем. Окей. Хорошо, этого можно без лагуны. Разгоняем скорость атаки. Хорош. А сейчас получу Сайленс. О, да GG. Не стучите колеса. Хорош. Да что я про нему не попадаю? Так, мне есть я лагуну дам этого челика. Типа он в таверну автоматически. Хорош. Кто-то там поливает. Хорошо. Вот он дающий на Найкс. Он дизарма не отдал. Жесть. Найкс такой. Хитрюга. Надо было сразу за Найксом идти, потому что у него этот рейдж в КД был. Не хочу что-то рисковать. Давайте надо этот сделать. Линку все-таки. Блин, а можно в принципе ее не делать? Блин, а там еще руты. Прикиньте, руты как солить будут. Давайте пофармим. Так, регенерация. Ничего себе, сейчас пофармим. Сейчас лагуна уже будет. Погнали, колотить. 1300 хп БМ. Если в принципе я сейчас комбинирую, там прыжочек, знаете, что-нибудь такое красивенькое сделаю. Но если он стоять только не будет. Он стоит, ему некогда. А что на низу? Некор. Let's go. Сколько HP? 1100. Ну, уплотнился. С руки и лагуну давайте. Хорошо. Хорошо. Интересно, сколько надо будет дать врага, чтобы вину ту катку? Так. Есть 3000 золота. Сейчас линку будем делать. Кто там? Гоу, 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 гоу. Погнали. Погнали, парни, надо. Хорошо, задушено. Жалко, что не в кнопку, конечно. Так, маны нет опять-таки, да? Можно как-нибудь с тобой катку, да? Я так понимаю. Ай, да. На стримах в 19 по МСК. Удачи. Да, ДНДшечка, чтоб не мешали, потная катка как раз. Легич. Легич, легич, легич. Куда легич идет? Где он? Нету, да, вон он, вон он, вон он, вон он. Го, погоня. Погоня. По идее, должны забирать. Нет, все, get back. Б. МП нет. МП нет. Химик. Монета. Хорошо. Это бедолага, химик ничего не имеет. Так, 3700. Купим сейчас орбу, парни. Орба. Его на базу. Я так до базы никак не дойду. Ребята постоянно файтятся. О, ГГ, пора. Разгоняем героя по чуть. Лего, 2000 хп. Линку, походу, делает, да? Но есть и улыс, и что. Я тоже линку делаю. Тоже линку делаю. Там негр пошел. Ускарчику ГГ скорее всего, да? Можно попробовать пойти помочь. На разворотах. Попробовать помочь. Хорош. О,
Понимаю, хорош. Так это таверна. Армалдын. Обстан 2,5. На подноразводнем их тут. О, так на мне курса висит. Я умер 100%. Прикиньте, он на мне курсу успел кинуть первый. Руты очень сильно мешают, жесть просто. Я еще смотрю, он вроде я кнопки отдал, а на мне курса висит еще. О, боже. Знаете, что надо было пытаться в этой ситуации делать? Ну, я прогулял, что курса. На X начал обходить, тут нужно было срубить вот это и пытаться сюда уходить. А аппарат, он АФК. Ладно, не будем моралить, не будем писать, он АФК, не АФК. Гем отдали, я хз, тяжко. Портретка с момом, конечно, это нечто будет. Ну, у нас все пацаны что-то как-то, ну, пока никак у нас. Керри нету, там Роша 100%, Роша. Роша 100%. Парни, Роша. Среагируйте как-то. А, Лего нет. Лего хоста. Роша. Пошел. Вообще, Лотар тут бы зашел. Равно неуязвимость. Типа, знаете, я бы смог кайтить, байтить, майтить, хайтить, эвейдить, ластхитить. Я понял. Так, ну нет, да? Ушли, пацаны. Ушли, пацаны. Чалька. Надо будет таймить тут. Кстати, заеблим вот так вот. Души. Хорошо. Я попытался сделать... Блин, я не знаю, честно. Я думал наперед именно за свои действия. Я заиулил, дал кнопочку, там рипер залетел. Печально. Заиулил, чтоб там Лего не бушевал. Найкса попробуем. Ой-ой-ой. Дизарм кидает. Че себе такое? На Эксе. Лютый. Крипа залез. Но это печальненько. Я тут не забираю его. Так, Линочка есть. У Линки Линочка. Линочка от Легиончика. Так, нужно чуть-чуть агрессивнее, ребятки, АПМить. А то только, если честно, я сижу как-то, как будто на расслабоне. Что мне нужно сейчас в, этой, в этом моменте сделать? Первое, что нам нужно, это сейчас мы собираем Линку. Линка у нас уже есть. Что у нас далее по слотам? Еще у меня остается, в принципе, один слот. И один остается, это у меня, типа, юльчик можно будет заменить, продать. Что я хочу здесь сделать? В планах был, конечно же, Октарин. Но я чувствую, тут нужно будет еще рефрешер взять. Без Октарина, в принципе. Либо Октарин сейчас и рефрешер. Сколько у меня? 50-40 секунд КД лагуны. Это очень хороший КД будет. Давайте сейчас тогда сделаем так. Покупаем Октарин. И если что, потом докидываем сюда рефрешер. Потому что тут максимально потная катка вырисовывается. Там Nike с ВГ. Там очень тяжело будет двигаться. Так, давайте вот так вот сделаем. Пару центричков. И поехало. Пару центричков и поехал. Мартретку цепляет. О, через рипера. Страшная вещь. Погнали. Сейчас у нас уже есть Линка, можно будет разгонять героя очень хорошо. Я, в принципе, не стал на базе раскастовывать ее. Все равно сейчас тут прокастываем крипов. Закидываем вот сюда. Не, давайте вот сюда. Это срубим. Это рубим. Раз сентричок. Два сентричок. И поехала работа. Поехала работа. Ага, вижу. Хорошо. Мапхак is working, как говорится. Мапхак is working. It's working, как говорится. Да? Можно баловаться с ними, пока руты не придут. Вот это страшно. Опа, глобалити. Отлично. Глобалити, кстати, будет нормально юзаться тут. Поморосим чисто. На пацанов. Хорошо, тайминги. Имеем. Да, я не успел лагуну дать.
Надо вот так делать. Хорошо. Линку сбили. А, нет, не сбили. Хорошо. Ну, в принципе, держим. Т-шку ломаем. Спокойно. Спокойно. Через алхимика Dragon Slave. Сейчас можно будет прыгнуть. Знаете, что сделать? На характере чисто. Характер у меня такой себе, как вы поняли. Опа, некролоид. Да, да ладно! Осуждаю. Осуждаю. У него там еще и БМ. Подходим. У него БМ. Что-то, что за лютая тема? Вообще не понимаю. Где у нас еще герой? Алхимик лоу хп ушел. У всех там БМ, да, честно, такое себе. От Лего без даггера, что может сделать? Так, и давайте сделаем вот так вот. Хорош. А чё, не жмешь кнопку, брат? Ой, осуждаю. Хорошо, Лина МХ сейчас напишет. Отходим. Жесть, 2000... Да, Октарин, ребят, сделаем, чтобы можно было в драке. В драке как-то агрессивнее. Так, 26... Там жесть, как некро не добил, это на самом деле печально. Потная катка. Надо еще и подпушивать, надо и вижен еще какой-то. Хорошо. Так, почти лагуна есть. Все равно маны не хватает, если по КД все раздаешь. Хекс бы какой-то тоже. Можно и хекс сюда, в принципе, запихнуть вместо Октарина. Можно и хекс запихнуть. Хорошо. Разгоняемся на базе. Можно будет некро пойти душануть. Через Юл его не варик некро душить. Не варик вообще. Не варик. Только так. О, найс, я ТП даю. Не попал, да, по идее? Конечно. Вот тут, по идее, должны толпой сейчас, да? Хорошо. Станчик. Слейв. Надо по низу вот тут добить, пацаны, такие уже доработать. Отлично. Так, по звуку там же все норма. Хорошо. Отлично. Я все засентрил, чисто. Но мне не варик без сентрей тут бегать, парни. Вообще не варик. Не варик. Вообще не варик. Ой, ну как обычно, врут и хиназис, если не встанет, это не хиназис. Блин, как же пита это по процентам жрет. Здоровье. Прям способность очень лютая. Отпуш лютейший. Лютейший отпуш идет. Кто там на топе? А, Сало убивает. Хорош. Умничка. Умничка. Я чисто ломаю. Пока что. Сейчас вы можете наблюдать, как Легион руинит катку. Блин, аппарат бафает. Как Легион руинит катку покупкой Лотара. Люто руинит. Господи, отстань. Фаершторм эти лютые. Опа, Линка, брат. Оп, хорош, все, подвязал его. Давай я сюда вот так вот сделаю. Хорошо, 4000 золотых имеем. Надо еще дальше двигаться, но не могу, фаершторм мешает. Невозможно прыгнуть драку из-за фаершторма. Фаерштом прям что-то моросит нормально так. Вот так делаем. Хорош. Ну это нагло, конечно, но... Ух, я сейчас чуть таверн не отъехал. Ой, ну я хорошо сделал. Согласитесь, отличный подстан, плюс забрали еще. Прекрасно. Прекрасно. Просто прекрасно. Отойду. Хорош, уго. Им. Рошану заберем. На мартретке парень своей каткой играет. Октарин сейчас сделаем. Не знаю. Алхимик не хочет, да? Алхимик остался. Я не пойду сам туда. У меня хп нет. Хп нет на эту драку. Хорошо. Сейчас на топ ТП даю. Отлично. Вот,
Отлично. Пока пойдет. Так, 5600. Было бы в идеале сделать хекс на зацеп. А тут я хочу через Октарин. Чисто дефолт. Вообще дефолтный билд, ребятки. В этой катке тут хекс надо. Вот кто бы что ни говорил, но на контент я делаю Октарин. Говорю еще раз. Я сейчас собираю Октарин только потому, что я хочу поиграть именно на контент. Я ставлю на кон, по сути, игру. Потому что линии хекс в этой катке, ну, просто must have, я считаю. Потому что, ну, в любом случае, Октарин это просто минус колдауны. Ну, плюс монопулы, хп-пулы. Это круто, безусловно. Но, в любом случае, это просто на контент катка. Ребятки, катка на контент. Там Найкс очень лютый, там очень жестко. И я хочу сделать сюда еще, запихнуть рефрешер. Рефрешер. Видите, у меня линка, типа, лишний слот тут получился. Ну, я иду. Мартретка не светится, по кайфу. Хорошо. Монету, 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 химику дай. Химику, монету, химику, химику. Да какой мартрет? Ой, все, это ужас просто. Мартрет, конечно, у нас ужас про. Парень максимально руинит. Так, хорошо. Есть Октариниус. По лесу кто-то ходит, видели? Я, в принципе, могу зацепить. Я так думаю. Кто там был? Наверное, легич какой-нибудь. Тут центрики есть, если что. Крип скипнем. А, это на EX даже. Вот так вот оно. Вот оно что. Это на EX. Гоу. Брат, ну так байтить не надо. Ты что? Попал. А это ГГ Тускару. Это ГГ Тускару. Так, сделаем. Хорошо, Найкса таверну. Хорош. Станчик сюда. Слейв сюда. Бля, я как зарегей. Сейчас у некро нет там дайгера. Нету дайгера. Вот это я тут поливашка чисто. А ну стой, куда собрался. Хорош. Чисто. Я поливашка называется. Химика не было с нами, да? Я вообще не знаю, мы деремся вообще как эти. Как какие-то, не знаю. Man of Криви и Драгби. Man of Криви и Драгби. Сейчас, если он стоит на ХГ, прыгаем. Не успевает он кнопку нажимать БМа. 6, вот это тут дамага, конечно. У меня линка, брат. Кукусики. Уф. Да что ж такое-то? БМчик нажал, побежал. Хорошо, еще с руки добавим. Жалко, тут на вставочку ничего не было. Катка очень красивая. Потная. Хорошо. И ульчик давайте поменяем сейчас на рефрешер. Что ты от меня хочешь? Дай лагуну запихну. Хорош. Так, брат. О, я не могу нажать. Ой, прости, друг. Не смог нажать. Но с руки будем бить. Ля, вот это станы от Лины тут у меня. Хорош. Пойдет. Нормально, душим, парни. Душим. Так, хорошо, сторону взяли. В принципе, тут типа рефрешер. И поехало. Хорош. Ну, ребятки, дефолтный билд все-таки победил. Некстовая катка будет фановая. Жесть, эту катку перебороли таки. Перебороли. Ой, юльчик, в помойку, парни. Сейчас две лагуны будем давать. Уф. Плюс, у меня линка. Линка это вещь, парни. Так, юльчик, помойку. Юльчик, помойку. Рефрешер, в принципе, можно будет, знаете, что делать? Рефрешер. Типа бросать, когда он в КД, да? И брать какой-то предмет. Давайте некру две лагуны дадим. А, ну там он слишком жирный.
Слишком жирный на некоторый парень. Слишком жирный на некоторый парень. Но можно все равно. Можно. Можно. Сейчас разгонимся по чуть. Оп, хорош. Пойдем, я рефрешер нажал уже. Нет, брат. У меня линка в КД, кстати, Лего об этом может не знать. Будем надеяться. У меня есть лагуна вторая, но я не могу ее заюзать. Типа не в кого пока что. Сало подойдет поближе. Кстати, на МХ. А, на МХ не прокатило. Вот так делаем. Хорошо, еще лагуну запихнули. Души. Отлично. Ой, прекрасно. Где сало? Наперед даешь? Отлично. Сало, брат. Ну ты жирный, конечно. Отлично. Ребятки, ну первая катка на самом деле потничок у нас получилась, как я и говорил. Что будет потно, в принципе так и вышло, что потная катка вышла. GG. Давайте вот такую сделаем. Не знаю, напишите потом, понравилась вам первая катка или нет. В принципе 35 фрагов наколотили. Очень-очень потненькая катка получилась у нас. Очень потненькая. Ну, в принципе, с такими КДАшками, смотрите, 1-12. Ну, у нас пятерка 1-12, нет. Тускар молодец в этой катке. На самом деле, вот это единственное, знаете, на что хочется обратить внимание, это то, что парень, несмотря на то, что имеет 1.12, внес импакта больше, мне кажется, даже, чем Мартредка. Потому что он и мне помог, и в целом он как саппорт отыграл отлично. Вот это эталон. То есть не смотрите на КДА, а смотрите на импакт, который он внес. Смотрите, у него просто сапог и дагер, но импакт он внес очень много, на самом деле. Да, потому что он помогал, он не моралил, он не писал, да там, иго, там, это там, и Вилокспи, там, и тому подобное. И понятно. В общем, ребятки, первая катка успешная. Погнали next, то есть сейчас будем продолжать. Сейчас будет у нас наркомания легкая. Ну что, друзья, загрузилась у нас вторая игра. И сейчас у нас катка семи-фановая, то есть семи-билд керри. Да, Лина очень хорошо раздает с руки. Это миф или реальность, спросите вы. Давайте сейчас это и посмотрим. Может ли она раздавать с руки? А раздает с руки она, кстати, неплохо. Это я вам скажу. Сисю потрогал, кстати, да? Ладно, не смейтесь вы так сильно. А то будете смеяться долго и счастливо. Так, ну что, законтрили в прошлой катке Найкса, Легиона. Прям, ну, хорошечно. Погнали. О, антимуг. Будем ли тут собирать аганим? Это вопрос хороший. Посмотрим. Керри билд у нас подразумевает в любом случае через Лотарс Гейминг. Лотарс плюс Дагерочекус. И будем поддушивать. Надеюсь, катка получится интересно. Да что ж вы все рандомите? На виспах-то не умеете. Не умеете-то на виспах играть. О, да, сейчас. Медведь это тем более. Сейчас альт-куку просто. Пам. И стример. Я не буду на это отвечать, потому что я стараюсь всегда писать гайды инкогнито. Только в конце катки написать, что типа вот Хиназис ТВ там. ТВ, фу, ТВ. Боже, поганый рот мой, что я сказал, Хиназис ТВ. Ненавижу говорить ТВ, потому что я не телевидение. Я обычный парень, который пишет гуиде. Лина, 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 Лина. Да, да, Лина. Лина, шо? Лина, шо? Репелый омник. Тут стример? Нет. Я не стример. Я всегда говорил, что я не стример. Ха, лол. Вот извращенцы, везде меня находят. Здоровья таким ребятам, рили, вот чисто от души желаю, потому что парни все-таки следят за моим творчеством, рили, от души, ребятки, кто поддерживает. Но в катке со мной на гайды никогда не заходите, потому что я знаю, как вы любите делать. В пятером встали на минду на пятой минуте и стоят, смотрят друг на друга. О, там Хиназис, Хиназис, там, о, там Хиназис. Чу-чу-чу-чу-чу-чу, там Хиназис, Хиназис. Понимаю, и вот это вот всю игру. А в итоге все равно проигрывает, если кор хороший в игре, нормальный, которому дается спейс, пока 5 героев стоят в экономиду. Все, поняли, да? Хорошо. Ну что, поехали? Let's go. Let's go.
Быстренько затариваемся и побежали. В рейсбейденовый вокер. И вокер. Но походу тут профессионал будет вам в вокерби. Курочка, курочка. Курочка. Цечку. Купите. Давайте так напишем. Типа, что я типа настолько тупой, что я написать не могу. Нормально, адекватно. Курацы чипятику. А момник АФК. Да и здоровье ему пусть стоит АФК. Мы сами закончим. Чекайте. Так, ну смотрите. Через что мы тут будем собираться? В принципе, уф, я всегда качаю Лину через Юл. И я считаю, что Юл это стандартно на Лину. Прям вот начальная стадия. Ну, Юльчик и поехала просто. Маны, монопулы плюс мувы. Да герочек, не руби. Никогда вот так не рубите. Зачем вы рубите? Эти деревья сделаны специально, чтобы не было видно, кто вот здесь вот стоит. Это такое место для засады. Ну, вот смотрите, что делает. Но все, засады не будет. Сразу видно. Вот так вот, парни. Так что вот такая приколюха. Так, огурчик, да? Огур будет очень плотный. Что там по арморам? Нету армора, нету армора, нету армора. Пока что. На ранней стадии армора много. И ЕС, в принципе, тоже ватка. Ватка. Хорошо, главное, что нету пуджа. Я пуджа на линии вообще боюсь. Потому что пудж это страшно. Пудж это антимаг. А антимаг это дота, между прочим. И разор это дота, кстати. Нет, антимаг это не дота. Антимаг это фарм крипов. До 25 и FF. Все. О, я понял тебя, друг. Ну я настолько... Настолько я дуралею. Но тут надо сразу работать по лишраку. Сразу будем работать. У нас вторая смена. Автоатаки там отправили Лину душить. Переластхичивать надо, парни. Стараться его. Через что, интересно, этот пойдет Леш? Леш на 85-й слабее, чем на 83-й. Можно будет нормально тут подыграть. А, нет, брат. Вот это баг, кстати, видели? Замедление такое. Так, ну что, берем пассивочку и душим, как обычно, как дуралеи. Да ля, ты определись, хочешь ты подходить или нет. Я перенервничал. Хорошо. А с другой стороны, станом промахнулся. Сейчас можно подработать сильнее. Сильнее подработать. Еще сильнее можно подработать, хочу сказать. Дальше не пойду. Отлично. Стики надо взять. Чувак, ты бы лучше вард свой лосхитил. Ты меня душил. У Лишрака есть все шансы выиграть Лину в миду. Есть все шансы. Главное не тупить. Хила у него уже нету. Что ты хочешь от меня? Как же ты меня не любишь? Я тебя тоже не люблю. У нас с тобой взаимная, так сказать, нелюбовь друг к другу. Хорошо, стики я взял. Просто поздновато, но... Сейчас батлыга. Все упрется в тот момент, когда кто-то из нас нафармит ботл. Раньше или, или позже. Гоу, я готов. О, нет. Ну, типа, я не думал, что... Я думал... Там нормганг. А там инвокер с настрайком и на ноге. Осуждаю максимально. За такую катку. Можно, плиз. Я думал, там нормганги, а там, оказывается, инвокеры на ногах бегут. Хорош. А там инвокер на ноге бежит. Слушайте, ну пока плохо все в миду. Лост хит отвратительный у меня. Давайте спустим крипов с неба. Хорошо. Отлично. Будешь стан давать. Я понял тебя. Еще тычку даем. Будет сбивать, да? Вот такой вот он, да? Крысиный патруль. Нормально, бодро, в принципе, стоит. Мне ботл нужен, я лос хитить не умею. И там уже пойдет. Парень, так сказать, по колдауну. Хорош.
Тупую, ставим стан. 7 стиков еще. Ботл, найс. Так, ну ботл, по-моему, я раньше сделал, чем он, да? Четвертая минута. Хорош. Увидел, уписился, сразу стики нажал. Но это хорошо, что стики нажал. Да, так глупо. Он так хорошо стоял и так глупо сдох. Тупо слейв и до свидания. О, ДДшка, так это можно сейчас по колдауну сделать. Давайте. По колдауну сделать. Он сейчас придет, у него вижена нету. Он типа сейчас подумает, что я ушел гунгаете. А я сейчас немножко отопьюсь. Отопьюсь, короче. Как немножко на фул и за Т-шку зайду. Так, куры реюз надо. Сейчас крипы пройдут. Можно выходить. Отлично. Ну, жаль, сапог реюзнали, я типа каракатится. На Алине. Ну вот, где мой сапог? Которого мне так не хватает. Это смерть все равно, что-то... Думал, я думал, ты пожестче среагируешь тут. Сапога нету. Вот это вот осуждаю максимально за вот эти... Еще и ветку дома дропнули, да? Я понял. Все, на базу надо идти из-за этого момента. Я думал, я сейчас соберу стики и буду дальше стоять. Монету забираем, уходим на базу. Бафаемся на МС, погнали. Максимально осуждаю за дропа курьера. ПшКа. Там даблкиллы пацаны делают, да? Люто, походу, тяжело будет. Так, ну лишь рак 0-2 в миду. Я немного мид взял. Немножко. Пока что на данной стадии. В данной стадии пока что взял. Пока что взял. Давайте ману дропнем пока. Давайте разгонимся чуть-чуть. Погнали, ТП-шка есть. Еще одну ТП-шку берем, потому что нужно будет нам в любом случае, возможно, действовать под ТП-шку. Руна резнулась. Там в лесу фармит медвежонок. Медвежонок. Медведь-джон. Там фармит. Ага, агур идет активный. Не-не-не, надо гитбэкать. У Лишрака вообще ничего нет, у него просто стики. Ну, в принципе, стандартный мид от Лишрака, я считаю. Потому что Лина, если Лишрак не задушивает ее там до 6 левелов, то это ГГ. Не знаю, так глупо он сдох сейчас. Хорошо. О, а тут это что такое? Что такое? Хорош. Бля, ну не достал я. Сори. Ну, можно даже и на вставочку. Хорошо раскайтил. Отлично. Хорошо раскайтил. Правда, я у мамки станер. Такой, что ну его нафиг. У меня маны нет, он этим может воспользоваться. Оп, хилочек пошел. Оп, хорош. Если станом попадает, це можно GG. Да я на Б схожу, я Б. Не. МПС. По МП сел люто. По МП сел, все сел. Антимаг идет кларетку забирать. Да забери ты ее, зачем ты ее разбиваешь? О божечки. Нормально парень сделал. Я бы на месте мартретки сейчас ливнул бы на самом деле. Просто. Вместе мартретки я бы ливанул. Хорошо. Давайте сделаем вот так вот, ТП-шечка. Не знаю, не очень хочется юл делать. О, инвиз, оставь. Сделаю все. Погнали, лесочек. Надо этого, медведигана. У него 5-й левел. Медведиганчика найти. Медведиган, по идее, не здесь. Он будет вот в этих кэмпах. Думаешь, он там? Я думаю, он здесь... Он сейчас уйдет под Т-шку. Тогда лучше вот этого убить. Но я ошибся.
Я ошибся, ганг ошибка, так сказать. Брат, стой, подожди. Давай подружимся. Нету руны, брат. А что делать-то? С руки убиваем? Это стил. Ползе. Ползе просто напишем. Чтоб не делал так. Поймет он о чем. Как вы там лайны сейчас сливаете? Ну нету тэпы. А ТТшку попробуем побить. Не знаю, делать юл или нет в этом билде. В любом случае, вся стартовая катка это через юл. На линии. Стартовая катка это юл. Аганим не очень хочется делать, а если и делать, то там антимаг, видите, типа из-за антимага аганим. Какое дело. Эх, я бы, если бы попал, ЦГГ было. Эти газанем, по идее, не попадет стан. Все равно. Оп. Есть. А если я стрейфанусь, по идее, там смерть. На топе огра нету. Я не пойду на топ. Опасно, сейчас можно роумера встретить. Огр на топе, вернее, ЕСа нет. Но я вижу, что одного кого-то нету. Это значит, что сейчас могу просто кого-то встретить. Себе на попу. Медведиган, смотрите, в форме. 1000 хп, транквил. Молодец. Весьма, весьма. Весьма радуют такие медведиганы. Парни, а можно, да? Нет, нельзя. Нельзя. Антимук пришел, я понял. Печалька. Но я просто так хосту разъюзал тут. Да, в ДД тут будет хорошо, конечно. В ДД будет хорошо. Да, мансит. Можно догонять, в принципе. Нет, нельзя. Смысла нету. Это все равно юл, ребятки, через юл лучше. Лучше через юл все-таки эту катку сделать. Первое, что соберем, это юльчик. Далее, что мы будем собирать? Это, конечно же, лотар. А, не, даггер, потом лотар. Короче, дефолт. Играем. Играем дефолт. Играем дефолт, парни. Сейчас играем дефолт и уходим в керри. Хорошо, есть руна. Фиулам надо сейчас работать. Огр фрифармит, огр молодец там. Опсы ставит, что-то пот какой-то. Чувствуете запах пота, чувствуете, да? Это не я, это огр. Это огр стоит, смотрите. Стоит, потеет с бладластами, с транквилой, с соулом. Чисто роумер такой. Душещипательный, душедробительный, душе... Чего-то там. Вы его убьем. Не хотите, товарищ, на мартретке? Он сейчас уйдет, типа. Уже крипы кончаются. Ну, почти, ну, мартретка, типа, стоит АФК там. Можно было забрать спокойно. Я на базу. На базу возьмем два варда дефолтных, погнали. Если тащить, то тащить по полной, парни. Все, погнали. Да, медведь, походу, сложный будет, ребятки. Он не дуралей. Он не ходит там, знаете, без формы. Форма на медведе — это пушка. Это у вас сразу там 600, сколько, 500 хп, и до свидания. Сейчас мартретка улыбается, зато БЛ пишет. А, рагби, да? Даби. Рагби, даби. Там, блин, станов очень много. Не знаю, как будем с этим бороться. Рагби, даби. Станов очень много там. Если стан будет меня уничтожить. Не добью, да? А, добил. Не добил, но... Добил, но не то. Давайте не будем с мида уходить. А, я так и знал, что не надо уходить с мида.
А можно Юл, пожалуйста? А чё она не дает Юл? Это что, МХ, что ли, не работает? Чё за дела? Ужас. Юл не дает, видели? Осуждаем. Ладно, ничего страшного. Фарм уходит просто. КДшка висит. Все хорошо, когда не висит КД. Подожди. А чё это за инвиз у тебя был? Умник. Подхилит. Анстап был? Был. Вопросы есть? Нет. Все. Хорошо. А чё он с инвизом? Что у него руна, походу, инвиза была, да? Крысиная руна чисто получается. Но переиграли. Го туда. На Юлу его надо поднимать. Юлить. Жди, жди, жди. Я задиспелю его Юлом. Так, делаем. Хорошо. Сразу ее душить. Брат, надо хил твой, походу. Хорошо, пойдет. Пойдет так-то лучше. Вот так-то лучше, как говорится. Найс стан. Найс стан. Там что-то пацаны фидонят, да? Люто. Опа. Куда это он идет? На леша. Так, делаем. Ладно. А, GG. А, не, нормально. Работаем. Не-не-не, брат, не прокатит. Не прокатит. Не надо. Возможно, в спину сейчас задушат. Вацли на МХ. Точно. Одобряю. Одобрено. Вошек нет. Одобрено. Так, ну продаем дагер. Ой, дагер. Нулик, дагер, берем, погнали. Максимальный актив, ребятки, все в наших руках. Потная каточка здесь, сейчас, прямо вот здесь, в нашей студии, сегодня. Хотите ли что-то сказать по поводу потной каточки? Да, каточка очень потная, вкусная. Хорошо. Спасибо, ребятки, за лайки. От души знаю, что сейчас идет премьерка. Вы смотрите ее, кто-то чай пьет, кто-то пишет. Ирак, я могу лючби, эй, топ-1, я эти лох. Ну, я не скажу, что я топ-1, но типа смысл в том, что так пишет, типа телёксби, телёксби. Какие телёксби, телёксби? Что такое телёксби, думаю я. Ребятки, не душите. Всем добра, бобра и, конечно же, покушать много. Чтобы у каждого дома было что покушать. Это самое главное, чтобы было чем покушаться. Гоу, души его, души, души, души. Начинай, начинай. Я не достаю, поэтому Юлем. Опа, станы, поехали. Рука есть, можно поесть. Правильно, правильно. Вопросы есть, вопросов нет. Вопросы, матросы. Не придумал еще. Ладно, хорошо. Да что там с этим ограми? Да вы посмотрите на них, что происходит там. Вы гляньте, там два станера, которые просто в синергии работают. Так, я не понял. Я не понял, что там Тиму куда там пошел. Тиму куда пошел? А, вон ТПшка, видите? Почти угадал. Что это такое вообще? Что это за два станера, которые гей-пати устроили? Гей-пати? Я типа себе одного цепляю, в любом случае другой подстанет. Не даст комбинить. Так, а если я сейчас выйду в легкую, так сказать, убью быстренько чела на паразите, вот так вот сделаем. Не-не-не, брат, до свиданечка. Не варик тут, тут не варик убегать и... Че там? Шейкер, Огр, МХ. Они там тоже на вардах играют, ты что думаешь? Так, ну Лотар. Лотар, парни. Лотар. Каблоиды вышли, видели? Каблоиды. Ой, же есть. Вот это, конечно, люто будет. За 2,5 секунды, что там стан можно вообще уничтожать, да? Плохо. Давайте на Б сходим, уже пол КД есть. Лотар, ребятки. Лотар, Сильвер, МКБ, Буриза, Кираса. Что-то такое будем делать. И фановый билд тоже, посмотрите, ржачно будет. Я вас уверяю, парни. Антимук с ПТ-шкой. С ПТ-шкой антимук. Разгоняемся по чуть. Команду восполняем. Хорошо.
Плача. Все, что фису рукайте. Страшно, страшно, вырубай. Четыре героя, там станы. Вниз фарманим быстренько. Да и ЕС пошел, я думаю, если сейчас соло пойдет. Аруна. 15-й. В принципе, если я сейчас сделаю лотар быстренько, я смогу переворачивать. Даже вот так вот в 1-4 выходить, вырезать кого-то быстренько и убегать. И убегать. Огр, Еул. Ой, Огр, ЕС, Еул. Блин, это люто, они варды еще снимают. Блин, красавчики. Бодренько играют. Бодренько, парни. Душа, ну, втроем пришли, вышли. Антимуга я не убиваю, мне кажется. Он на блинке, пойди сюда. А, нет. Три, го. Го. Го, их три. Вместе, если задушим, будет очень хорошо. Да, что случилось? Так, хорошо, ну продолжаем. Отлично. Так, я пока разговаривал, там вопросики были, пока разговаривал, сделал кнопочку дополнительную. Это Лотар Сейдж. Если сейчас есть пойдет. О, смотри, что делает. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я понял. ББ. Вот это. ББ, 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 ББ. МП нет. А, ну. 4 тут. 2 даешь? 2 даешь? Какой левел второй? Плохо, но пойдет, раздамажим. Хорош. Не зря я ультанул, потому что... Б. Потому что там типа уже форсик шел. Хорошо, быстренько забираем. Отлично, отлично, ребятки. Хорошо, максимально агрессивненько. Задушено, задушено. Продаем, наверное, стики. И идем дальше роумить. Идем дальше роумить. Пока отпиваемся, разгонимся чуть-чуть. Сейчас в лесочек нырнем. ЕС идет. ЕС идет, сейчас убивать будет Марипа. Я все отдаю максимально. Юлься. Брат. Что, антимагу это сейчас максимально жесткий буст даст. Прикиньте, антимаг как рядом был, я всю ману слил. Здесь шотнул просто. Печально, что могу сказать. Но ЕС обманул, но типа, как говорится, обманул прохожего на себя похожего, да? Сам себя тупо обманул. Го, варды, парни. И надо... Актив. Надо актив. Там керри. На фарме. Там тяжко будет. Медведь, антимаг. Мне придется, возможно... Ну да, тут я в дамаг буду в любом случае. Ну красавчик на ЕСе. На антимаге вообще молодец парень. Забрал мой стрик. У него сейчас примерно 1003 золота сразу. Это башер, манта там и все. Мне нужно к тому моменту, когда у антимага... Ну, пока у антимага нету кнопок. Ты что, лагаешь? Репел себе кинь, ты что? Ой-ой-ой. Ой, даггер. Даггер леший. Если я антимага убью... У него башер, да?
Хорошо будет. Хорошо, преследуем. Ладно, нету. Иди прямо, брат. Боже, ну вот это догонялки, это GG просто. Знаю, почему у меня ставник остановился. Хорош, с санстрайком попал, эндшокер, все-таки не зря я там впрягался. Эндшокер молодец, красавчик. Хорошая сусешка. Не зря впрягался. Всю ману на антимага потратил, не пробиваю. Пока что. Надо руку-ногу. Кстати, медведь это проблема будет. Медведь это будет проблема. Если это будет еще. Этот медведь через агоним, так это вообще будет страх. Видели, кого-то в инвизе толкает? МХ говорит. МХ в инвизе форс такой. Вау! Вау, такой форс в инвизе. МХ говорит. Think about. Здесь МХ. Как говорится. Три момента. Здесь МХ. Чуваки. Че, у Есалатар, да, кстати? Или это руна была? Или это руна была? Медведь. Давайте медведюгана поддушим немного. Медведюган. Стой, братец. Хорош сюда. Все хп потерял просто. Вот он жирный. Я чисто как будто у него там БМ. На самом деле это просто немного крипов. Это немного крипов плюс этот. Блин, антимаг если прыгает, типа прикиньте, я для него тупо бочка. Ребятки, но тут надо, знаете что, честно, буризу хочется сделать. Тут вообще жир какой-то бы, скади что ли. Сделать для начала, чисто. For the начало. Фордай начало. Если так че, лотар? Нету лотар-то, руна была. Руна была. Че, может на Б сходим и потом пойдем? Б. Давайте сильвер сделаем. Это мои хитпоинты будут, плюс я смогу антимага убивать. Без пассивки давать ему прокаст. Ему будет наноситься, как обычному герою. Правильно? То есть я сначала бэкстебаю, даю... Все кнопочки, будет нормально. Я считаю, что это, по-моему, это прям, ну, то, что нужно. То, что нужно, парни. Поехали. Чуть подразогнались. Еще сейчас тпхнемся еще раз, слейвнем. Будешь блинковать? Вот так вот. Хорошо, сильвер прям... Хорошо, зашел. Что там мне кликают? За мной выехали? Че шо? Ага, ЕСик. ЕСик. Вардик. Вардик, пацаны, пошли снимать. Ты МХ-шный, говорит. Конечно, брат. Как же ж тут? Если сильнее играешь, значит МХ сразу. Без Б, бро. Так вот делаешь? Хорош. Если сильнее играешь, значит МХ. Брат, поверь, я без МХ. Просто поверь. Тупо трастми. Тупо трастми. Сейчас руна будет, надо руну забрать. Хоть бы что спушили, было бы хорошо. Опасно стоять в открытую. Аккуратно подмансим, руну забираем и погнали. Дальше буриза. Или скади, посмотрим. По возможности что. Получится нам сделать быстрее. Что по возможности будем делать. Так, ну хорошо. Так, медведюган фармит, да?
А че бы не убить его? Будет сейчас юлиться, я... Ох ты, Криса. Я умер. Прикиньте, как антимаг вовремя подошел опять. И я юл отдал. Он закайтил лагуну. Жесть, но на самом деле в этом и проблема. Второй раз я от антимага умираю. Вообще так нельзя. Вообще, ребята, нельзя так. Ну, рун вот здесь надо подсветить вардом. Блин, может бы бакнуться и пойти подушить. Да не, ребята сами справятся. Они же не совсем немощные, правильно? Тащите, парни. Молодцы, молодцы. Тащите. Тащите, красавчики. Душите. Блин, вот антимаг, конечно, антимаг. У меня все, я считайте, я все отдал. Блин, мне нужно одну кнопку оставлять. Но видите, как тут получилось. Юл ману он мне сжег уже все. Джи-джи. Если бы вардик вот здесь вот стоял, я бы чуть лучше, мне кажется, разработал бы. Потому что я стою, здесь нету вижена. Варду все равно этот бы чуть вот тут захватывал бы. Проходик, я бы видел. А, там может антимуг. Ага, ага, тык-тык-тык-тык, раз, прошел. А так джи-джи фидим, парни. Ну ничего страшного, то шел, да, к ноль, прям вообще ноль, шел к нолю, а сейчас видите, как пошло. Видите, как пошло. Ничего страшного, парни. Идем к победе, все равно. Не главное вот эти циферки, главное общий импакт, который вносим. Главное, что обо мне говорят здесь, в игре. МХ, МХ. Знаете, что надо сейчас сделать? В лесочек нырнуть. Сейчас мы тут подфармим. Погнали. Медведюгану сразу там тычечку бэкстебовую. Ага. Там драка пошла хорошая. Снайпер минус. Антимук идет. Медведки нету, да? Марита душит. Я, в принципе, смогу со спины что-то вырезать. Нету. Нопок. Брат, не туда ты идешь. Хорош. Хорош. Если кнопку мне дадут, успею? Я не успел, брат. Далеко был. Огр, огр, говорит. Это иллюзион, брат. Ладно, ребята, тэшку сломают, если что. Печалька, у меня не было сильверухи. Мне нужна сильверуха, чтобы убивать антимуга. Антимаг меня уже два раза забирает с этими, с полустриками. Вот он, конечно, извращуга. Молодец. В то время и в том месте оказывается парень. Так, это есть у нас крит, да? Крит, ну ботлик. Помойку откинем. Хорошо, и ТП на ней сейчас можно будет сделать. Знаете зачем? Ой-ой-ой-ой-ой. Если вокер вылетает, это будет плохо. Вокер суету нормальную наводит. Печалька. Придется максимально потеть тогда. Вообще максимум потеть. Плохо, без инвокера будет плохо, ребят. Ух, там что-то мышцы какие-то были. Ничего себе, там прям way. Лайк. Лайк, подписка. Ойс. С. П. Точка. В игре он, но странно. Но это показано, что в игре, может, залагал. Печалька. У меня крит уже есть, в принципе. Я бы тут еще БКБ собрал. Допустим, крит, БКБ. Юл поменять на что-нибудь еще можно. Сатаник, что ли. Я без МХ. Парень. Не смешно. И смешно вообще. И мы поверили. Да, брат, бывает. Бывает, бро. Успехов. От меня убежал. Там форс было видно. Не поверишь. Не поверишь, там форста было видно. Иди нафиг, он не может поверить в это. Так, сюда делаем. Что там инвокер? Вообще, если инвокера не будем раздевать, там мидасы, блин, много кто.
Дайте Мидас, говорит. Я бы инвокером поклацал бы кнопочки тут. Инвокером. О, медведюган еще. Печаль. Пут там собрал. Медведка. Медведка. Чисто. Большая медведица. Большая медведица. У нее жест там сколько хп. Очень жирный. Прит. Что там с инвокером вы делаете? Ну это на базу надо его отправить. Отправьте его на базу, пожалуйста, парни. Урна есть, да. Отдал эхо, да? Хорошо. Плохо, на самом деле, ребятки, без инвокера уже будет. Он не вытаскивается с инвокера, если что. Давайте дофармим тогда, ребятки, Буризу. Надо БКБ-ху делать. Тут БКБ нужно. Как раз таки с пассивкой поработаем. С пассивочкой. И погнали по топу. Хорошо. Потничок, ребята. Потничок пошел. Потничок. Так, антимуги, там вся эта, вся вот эта вот шушера. Антимуги, там есть с лотаром, только это плохо. Надо во все три глаза смотреть на самом деле сейчас. Чтобы не умирать. Так, ну нас омник, да? Вон, да, идут пацаны. Красава все-таки, кто вардит. Красава, кто вардит. Так, 200 золотых. Есть Буриска и БКБ Некстом. Риска. Все, имеем. Хорошо. Ребятки, это в принципе фановый билд, поэтому не рекомендую так собираться. Так, там аганим на медведюгане. А что ты, дай ему кинжал, мы заберем его. А, фарм важнее такой. Понял. Рад, красава. БКБ морта, да. Надо. Все, ботл продаем и погнали. Инвокер, наверное, даже не знает, как контрить. Даем. Так, пару тпшечек, погнали. Да, этот Саганима, медвежий волк. Антимуг БКБ. Ребята по низу пойдут? А нет. Гоу. Там чисто бэкстеп. Стан Лагуна. Ох ты! Сентри, что ли? Сентри. Сентри, ребят, не иначе. По правой стороне уходим. Сентри, не иначе. Я не буду тут подставляться. Там еще кнопки будут. Да мне репел ты дай. Мне дай. Хорош, сюда. Антимага убиваем? Антимаг пойдет? Будем душить. У него нету кнопок, я с руки его убью просто. Хорош. Огурчик. Петурчик. Хорошо.
Огурчик-петурчик. Дамаги хватат, хватат. Давайте сюда. Проблема в том, что нас 4. Интересно, а кто вардил-то? Момник. А что он перестал вардить? Говори, что слоты кончились, брат. Сейчас тревел идем покупать, парни. Тревеле надо. Давайте вот так инвокер, если что, будем подводить. Там сапог есть на вокере. Сапог на вокере есть. Раз. Два. Три. Я бегу. Бегу, брат. Пойдет. 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 Так, есть у меня кнопки, еще есть кнопки. Две кнопки даже, я бы сказал. Бейте! Ну почему ты в него кинжал не кидаешь? Убивай. Даже изи фраг для тебя. Она в него кинжал вообще категорически не хочет кидать. Кинжал даешь, он умирает. Так, ну тут в центре, я наученный уже. Надо бочком как-то обходить. Там бэкстеп, стан, я в принципе убиваю его за пару кнопок. Бэкстеп, стан, я убиваю его за пару кнопок. Сразу надо только себя пробафать, чтобы еще быстро бить с руки. А в другом, в противном случае, в принципе, не получится. О, я не бэкстепнул. Хорош. Мне он кнопку не хочет, парень, давать на умнике. Так, нормально, я тут ухожу еще. А если ЕС подставится? Подставился. Мне два. Два дай мне. Все, я понял, брат. Слишком много парней там. Ну, Тимуга хоть забрали. Там четыре героя. Уф. Я не ударил его с руки. Скорость атаки на самом деле маленькая. Маловато. Они сейчас могут тэшку пойти ломать. Да, они так и пойдут. Они могут сейчас и в ХГ идти. Но надо Т2 ломать им тут тоже. Т2 ломать. Все, уходим. Уходим. Т2 могут ломать. А он через мид идут. Лишрак. А, это... Я думал, Лишрак там идет бахает. Там ССшки закидывает. В принципе, на дефе я на инвоке раскликаю. У него аганим есть 17 левел. Все, что нужно для того, чтобы хорошо задефиться. И у нас снайпер есть на дефе. Ну, снайпер такой, в принципе, сомнительный чувачок. Сомнительный. Сомнительный. Инвокером вот это балуется. Вот это называется детям спички не игрушки. Инвокера трогают. Надо, знаете, что сделать? Разогнать сначала героя. Потом пытаться антимуга поддушивать. Сначала разгоняем. Потом поддушим. Блин, я стан слил. Вот я дурилка картонная. Антимаг, блин, куйся сюда. Все, статус пропал. Чалька. Че, они драться собрались? Ну, надо идти. Хорошо, что я собрался в керри билд. Медведя вот так ломать можно. Хорошо. Драгонслейвим просто. Антимуга бью? Отлично. Сюда. Отлично. Огра сейчас тут поймаем. О, там еще кто-то. Он остался, что ли? Лол, ты чё? Осуждаю. Максимально.
Хорошо. А че такой медленный, я же дрался нормально. Давай, пожалуйста, БМ не давай. Хорошо. Так, 5000 есть. Откуда вижен? Как МХ, ё-моё, ты что не видишь, что ли? Что МХ? Что? Куда он мог еще деться, чел? О, я умер, все. Он заболтал меня. А, БКБ на мартретке надо. Ты че, чел? Давай криты, пожалуйста, Мур. Один крит! Один крит! Пожалуйста, молю! Спасибо. Но не под конец надо было. Бан получишь. Да-да, получу. Да, получу. Вот здесь такой идет. Так, он идет здесь по руне, я в лотаре прохожу. Типа, че? Куда? Боже, еле-еле деремся. Блин, а БКБ-то... Может, все-таки не БКБ? Ну, сейчас бы... Ну, это я бы в драке БКБ проюзал бы. Мне бы урона побольше, я бы просто смог бы убивать спокойно. Можно сделать, знаете, что-нибудь, молнию какую-нибудь. Но у меня хп нету. Скади попробовать. Антимаг там тоже плотный. А почему он без манты играет, интересно? Он собрал БКБ от кого? От мартретки? Понял, раками играешь. Раками. Снайпер. С молнией, да? Сейчас придумаем что-нибудь еще по билдам. Посмотрим хп, что-то взвесим как-то. Может, сату сделаем. Скорость атаки хорошая. Дамага есть чуть-чуть. Ну, дамаги чуть-чуть не хватает. В принципе, у нас мартретка есть. Можно с мартреткой поделиться дамагой. Да, правильно? Еще шарды брать. Шарды. Скрипом поделит. Печаль. Если я его бэкстебаю... В принципе, МКБшку я тут сделал бы сейчас. Что он еще собирает? Еще мифрил купил. Дезолятор. Чагу. Кто-то балуется инвокером. Вокеры сюда. Так. В принципе, давайте БКБ все-таки. Я решил БКБ, ребят. Шард купим, если что, юл продадим. Разберемся, я думаю. Если БКБ есть, просто я смогу спокойно пользоваться своим уроном. Они ХГ могут пойти, да? ХГ пойдут? Нет, интересно. Если ХГ пойдут, надо дефиться. Инвокером дефну, в принципе. Да, идут. Отлично. Куда ты побежал такой довольный на умнике? Сейчас там тебе чапалаху как дадут-то. Опасно без вижена, да? Без вижена. О, вижен есть. Паржи есть, если что. На дефе постоим. Б. Очень сильно вот что-то там парень бэкует. Инвокер атак. Вообще, я сейчас должен быть на топе здесь, демартрет. По большому счету. И приходить на телепортах. На телепортах, как говорится. Там омника зажало, что ли? Даблкил, хорошо. А лишь рачок еще где-то. Антимук. У меня есть юл на лишрака. О, пойдет в целом. Бей. Бей. Хорошо. Юльчик. С руки. Сюда лагуну. Ой-ой-ой-ой. Так, ну 200. Мишку не под контри, спасибо. Блин, Мишка это еще один дополнительный герой. Это на самом деле проблема. Юл сейчас хорошо зашел, кстати. Вообще никак. К слову.
Его сейчас хорошо зашел, говорит Хинайц. Блин, этот Радианс — это лютая вещь. Давайте попробуем слить его. Ага, солью я. Станом не попадаю. Надо уйти. Вот это потничок, да. Так, Иулич. Хорошо. Скаду и попробуют сделать. Блин, еще бы дамаг какой-нибудь, да? Дамаг бы какой-нибудь. Еса забрать бы. Еса за стан убиваю. Еса за стан убиваю. Хорошо. За стан Еса убиваю. Будет он остается, нет? На Есе, чувак. Ну, прошманал я, нету никого. Хорошо. Рош есть, да, круто было бы его забрать. На топе очень много фарма. Блин, у меня нету слотов. Куинвокера сюда выведем, пригодится. О, антимаг еще залагал. Но 4 в 4. Но без антимага они точно должны проиграть. Вот это, кстати, можно убить, по идее. Сейчас посмотрим, если там... Блин, я могу сейчас прыгнуть тут... А, у меня ТП, еще есть ТП, если что. Блин, там ЕС и Огр могут закрыть. Тайгер. Сбрил, все хорошо. Берись. Нет у меня слота, брат. Слота нет у меня. Берите. У меня слота нет. Что там за мест собирается добыть? Автретка без БКБ, это, конечно, суицидалочка. Я понял тебя, брат, на Есе. Это плохо. Это еще нормально более-менее. Ну, Кейнвокер, не зря я тут тебя поставил. Эй, кто там юзает за меня? Хорош, хоть так. Марита там сдохнет сейчас, да? То есть он жирный. Вот это собьем тогда? Yes! Души его! Он как на говно, муха. Я задушу вот эту какаху. GG, Тормент тоже сдался. Нормально, задушили пар. Хорошо. Пойдет. Yes, забайтился на меня, в лоу хп побежал. GG. Ломаем мид, мне кажется. Давайте сату сделаем, парни. ХП нужны. Сатаник. Сатаник. Юльчик продадим. Ну, хорошая катка. Бодренькая такая. МХ-шная, можно сказать даже. Что ты меня хочешь? МХ зарешала. На канале увидишь. Свой позор. Свой позор. Хорош. МХ говорит. Я бы. Все на зец. Вот так вот. Это МХ говорит. Я тебе дам сейчас МХ. This is a pure skill. Ну, такой лоу ПТС на скилл, да? В принципе. Одобряю. Сатаник есть, можно поесть. Можно, пожалуйста, отхиливаться. Спасибо, Лина, товарищ. Есть. Криты по 700, как бы, казалось бы, мало, но в целом пойдет. Мартретка молодец, все-таки внесла. Внесла. GG, ну, лютенько получилось, ребятки. Остается фановый билд. Фановый билд остается. Сейчас еще шарты себе подкупим. Будет очень хорошо, как по низу. Я низ. По низу медведь противный, вообще жесть.
Медведь противнейший. Надо было топ ломать, да, чуть не посмотрел, что на топе есть. Хорошо. Так, куда ж ты? Ладно, пойдет. Шарды есть. Давайте мне сначала, наверное. Пойдет. Ес там забайтился, на лоу хп бежит. Это, кстати, очень сильно решило, что он отдался. Очень сильно решило. Так, шарды есть. Имеется. Это геройчик. Я Б и ТП. Есть. Вот так у нас билд получается, ребятки. 52-я минута, в принципе, фуловый. Потненькая катка получилась. Потненькая. Рили переигрывал, переигрывал. Там тяжело. Но лишь рака подзадушил в миду. Переигрывал. Но и в целом как-то удалось вроде. БКБшка, да, БКБшка must have тут. Но хотел немного другой билд, ребятки. Через какой-то, знаете, типа, ну, дамаг, максимальный дамаг. Там МКБ еще добавит. Но, к сожалению, тут варика вообще никакого нет. Вот это конечный билд выходит, потому что там надо от магии что-то. А это именно что? Это БКБ. Иду, иду. У нас есть Омник, казалось бы, да, в команде. Типа там, не надо БКБ собрать. Не, ребят, надо. Поверьте мне. В любом случае, я не прогадал. Не жалею, что собрал. Не жалею. Все, погнали. Let's go. Станчик не тратим, драгонслейвим. Драгонслейв. Антимук, будешь умирать? Подожди. Да-ля. Просто плакать хочется. Ну, прочувствуйте. Прочувствуйте. Просто плакать хочется. О. Прикинь, да? Как бы... Дал по рукам. Ну, типа, кто знал, что там сейчас ЕС поддаст, да? Я вроде видел, он здесь крайний раз был, очень далеко. Но он, видимо, быстрый. Он все, видимо, прожал, что можно. Ладно, мой фейл. Но антимага я забирал там бы. Мой фейл, парни. Прикиньте, БКБ не выпустили с комбата. Эхо нету. Комбо. Эхо слэма там нету. Вот так поржей поднимем. Инлокером сыграем пока. Шелкером. Кого-то там уже забрали. Медведюгана, что ли? Опа, драка началась, да? Ой-ой-ой, смотри, что там. Да пацаны там без меня уже душат. Опа, брат. Джи-джи, сюда. На инвоке заканчиваем. Че там по раскачкам? А, вот оно че. Держи, брат, алакрики, поехали. GG, ребят. Все-таки драка немного у меня не удалась крайне, но в целом зубыс пойдет. Оп, колдснапи. А нету ничего, ни торнадо, ни бластов. Оба, есть. Сюда. И Лина такая рефрешится уже. Все, let's go. Let's go. На канале Тенозес. Увидишь. Сразу было ясно, что МХ говорит. Да нет, брат, ты ошибаешься. Ребят, вот такая вот каточка у нас получилась. На линочке. На линочке каточка получилась. Так, ну-ка, Сатан нажал и убил. Хорошо. Ты рак, знаю твой канал. Блин, если я рак, то ты тогда кто? Если ты знаешь мой канал, так выражается. Ух, нифига. Ты слушай, так не газуй, серьезно. Ребятки, ну люто получилось. Вроде неплохая катка, и потненькая, и волосатая. И прям такая, знаете, как первая. Но первая, по-моему, покруче. Покруче первая была. Но в целом ничего, плохо, неплохо, в принципе. Плохо хотел сказать. Ладно, погнали фановую смотреть теперь, ребятки. Это был керри билд. Лина, в принципе, тоже в таком билде может раздавать. Поехали, next time. Так, ну что, братцы, остается у нас фановая каточка.
Пановая катка, конечно, палить я не буду, сейчас по ходу дела все поймете. Но это будет очень быстро. Это будет, будет очень жестко, максимально быстро, максимально жестко. Максимально быстро, максимально жестко. Это просто будет сейчас испепеление. Просто испепеление. Это называется адское. Адская будет машина. Как хорошо, что Лину не банят на XLTB-хах. Вообще так по кайфу. Вы вообще себе представить не можете. Она настолько слабая. Вокербан, вокер... Вокербан, вокербан. Хорошо. Вокербан. Хорошо. Погнали. Геролёт. Прилёт. Тину. Что там, Тину не взяли? Химика не взяли, Тину не взяли. Плохо. Тину Хим. Нет. У нас заказ, пацан. Тину пусть берут, если что. И будет жесткая катка, походу. Так, ну с алхимиком тяжело будет на линии стоять. Это как-никак метовый герой. А у меня не метовый. Но в целом сейчас по каточке, ребятки, поймете, в чем смысл катки. Будет, ну, будет жестко. Будет жестко, парни. Будет очень жестко. Ой, просто это будет наркомания must have. Я надеюсь, не придется мне делать какие-то... Ну вот из-за тини, походу, придется какие-то начальные удыбайбы. Всех смещают, как говорится. Посмотрим. Драфт идет, две имбы у оппонентов. У нас одна имба. Ждем. XL, драфт. Парни, на победу рассчитывают. На жесткое унижение оппонентов, как говорится. Дуза. Ой, да, сколобо барк. Да, вот это сразу дуза такое. Сразу такое лицо надо делать. Когда берут дузу. Вообще дузу на 85-й не сильно люблю. Не очень люблю ее. Фармит быстро, да, драться можно по кайфу. Ну вот что-то она мне вот, ну, не нравится. Вот что-то, знаете, вот хвост вот эти змеи, что-то как-то, ну, не так. Как-то не то, парни. Конфу ТВ там. Нифига, там стример, походу. Конфу ТВ там. Конфу ТВ там или кунфу там, непонятно что там. Конфу или в конфеты вы, или в конфеты. Конфеты вы. А, конфеты вы. Конфеты вы. Все, вот она что, вот она. О, спектруля. А вот это уже заявочка. О. Спектра, да, страшно. Это не страшно, это не страшно, то не страшно. А вот спека, это страшно. Бо-бо-бо-бо-бо-бо-куру. Куру-гоу. Фе-фе. Сларк уже сдался. Берет Сларка и FF пишет. Взял Сларка и пишет FF. Смешно. Пишет FF. Зачем брал тогда? Сразу гол тогда минера взял бы. AGI. Куру-куру-куру. Куру-куру. Ау. Вы чё, пацаны? Второй пик у меня. Ну и что с того? Ты там все... Там... Всех убиваешь. Если что. Ну, что-то вот это что такое за кольцо? Уплотнительное. Ларк тут вообще изи. Мешок избиения. Тут БКБ. Мешок избиения. Мешок избиения. Тут просто корм. Вот и все. Сил не пик, бро. Ни сил, ни го. Вот этого пацана. Ароу кидай. Ароу. Ароу, let's go. Ароу и let's go. Ароу и let's go. Кидай ароу. Но кидай уже сейчас. Боже ты мой. Что ж не так-то с этим парнем? Протаймим. Ну вот оно чё. А тут надо по-любому забирать, братцы. Берем куру сразу. Так, отлично, пойдет, пойдет. Гав, 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 гав. Хорошо, что он не меня кинул. Но я там, в принципе, ушел бы, наверное, стал-то есть. Ой, шарик, шарик. Ну что ж ты лаешь на меня? Я как и ты, и как и ты был на цепи. Да, вот это все.
Константин, привет передаю, если ты вдруг когда-нибудь заходишь гайды смотреть. Ох ты, смотри, дедами кидается. Дедами. А что если я не добью ни одного крипа с пачки крипов? Прикиньте. А, анимация у Лины такая себе неприятненькая. Надо привыкать по счету. Невозможно, он гавкает, эта свинья. Я знаю, это жестко слышно. У меня окно открыто просто на стрим, на этих на стримах сейчас. Так, надо подразминать его, что-то он себе много позволяет. Или он думает, что он тут можно фармить, что ли, или что? Надо немножко подразминать. Хорош. Плюсики ставит. Ух, нифига себе. Сильная заявочка на победу. Плюсики ставит, это хорошо. Парень, значит, понимает. Хорошо. Души вот этого разбейника. Хорошо. Отлично. Блин, когда вот пробафаешься на АС, да более-менее комфортно добивать, короче. Враг ушел с линии, враг ушел с линии. Да там алхимик, наверное, роумерский. Ах ты. Че себе ты найти не даешь? Вышла схитить? Ходила схить, что ты? На руну пошел, наверное, да? Ладно, в принципе, фармим тут. Это что за гералет? Ладно, не успел я. Он забрал руну, по идее. И вторую пошел забирать. Да, гералет у нас роумерский будет, да? ДДшечка. Ну давай. Давай. Давай, брэ. Четвертый левел у меня, в принципе, не давай, не надо. У меня сапога даже нет. Он, скорее всего, в ХГ сейчас будет стоять, ждать, пока я тут подфармлю. Драгонслейваем, сбиваем ракету. Стан не даем, потому что стан, типа, я не дотянусь на большое расстояние. Герой че шел, да? Пошел роумити. ТП-щику надо. Это что, иллюзия? Ну, я так и понял. Я такой, это что, иллюзия? Ну, я так и понял. И не стою, и не бью его. А это, короче, настоящий. Штирлиц еще не был так близок к провалу. Что? Да, такой, знаешь. Что это, черт побери, такое? Эй, кунг-фу панда. Кунг-фу или кунг-фу, как там тебя? Кунг-фу, брат. Ой. Кунг-фу. Я тоже знаю некоторое кунг-фу. Погнали на руну. Я понял, короче. Крипа не судьба добить. Да, даже не пытайтесь так добивать крипов. Не варик. Ну, типа, взял. Типа, ты взял, как бы. Да, я понимаю. Хорош. А, ну тут надо в Рошану уходить пару. Рошик, здравствуй. Работаем. Тут надо в Рошана уходить. Что дота? Там Спектра, походу, серьезный оппонент будет. Там уже фаза почти. Так, ну что? А что подразумевает у нас фановый билд? Лина, ты. Кунг-фу ТВ. Кунг-фу ТВ. Хорошо. Пойдет. Давайте вот так сделаем. Сейчас сразу тот парень входит. Да ты шо? Еще тычка надо будет, да? Ох, что-то кунг-фу ТВ. Ну, немножко не везет. Дабл килл. Хорошо.
Чисто кунг-фу ТВ. И не оказался не таким жестким, как я себе предполагал. Валяби Хача говорит. Мирана. Это типа как майонез или Данон, а это Мирана. Ладно. Все в жизни радует. Кроме Мираны со своими стрелами. Я знаю, брат, что там руна сейчас будет. Так, раскачиваем пассивку. Мирана. Вон на дузу сходим. Есть там кнопки, интересно. Но там 200 маны, в принципе, должен сливать. Должен. Ля, вот это мы вон видели хвост. Хвост видели. Я ее, если честно, не увидел. В тот момент, когда я повернулся на карту смотреть, она вышла, я вроде мельком увидел. И потом, короче, когда уже возвращаюсь к этому, вижу хвост просто. Четвертый левел, Тини. Хорошо. Да что ж ты будешь, не попадаю. Что ты будешь делать? Я вряд ли заберу его. Хорош. Хорошо. Ой, кунг-фу панду забрали. Хорошо, кунг-фу панда. МХ! Потому что кунг-фу панда. Пойдет. Если не сдадутся, будет очень хорошо. Если сдадутся, будет очень хорошо тоже. Так, ну мы только начинаем. В принципе, вижу смысл через Юл начать. Через Юл начать, вижу смысл эту катку. Парни, дайте экспириенса. Спасибо. Illusion Invisibility. Спеки там мульт сейчас может быть еще. Там Чемисто ща фармит. Ля, там на самом деле это серьезная это. Туса. Очень плохое тусе. На самом-то деле, если так задуматься. Там серьезные оппоненты из героев. Но я Юл в любом случае. Давайте через Юл. Чтобы можно было стартово бегать. И дагер. А дальше все. Дальше пошел наш билд, парни. Let's go. Нифига там кунг-фу панда бедолажничает. Так, 2800. Да, не хватает чуть-чуть. Печальненько, би. Просто там есть что кайтить. И алхимик, там еще алхимика надо гангать как-то. Так, можно в принципе нулик скинуть сразу. Не хватает. Сколько там? 60, ну, копеечки. Эти там кикают кого-то. Зачем вы кибикаете? Шарик возбудился. Джуджул встал немножко. Так, ну что, погнали, парни. 44 крипа в миду, 5-1-2, ливай. Погнали, в лес сходим. Навестим алхимика. Ну, пока пятый левел, ну, пока дойду уже шестой был. Пека там, вата. Звучит неплохо. Погнали. Если ару попадает, вообще пушка. Погнали сразу в дальний кэмп. Вот здесь. А в дальний кэмп погнали. Че там, шестой есть? Нету еще шестого. Пятый левел. Где алхимик? Да не гавкай ты. Алхимика тут нету. Тут тоже пушка. Вот он, мама. О, понимаю. Надо бежать им. Волосы назад, да. Команде к своей. Своей команде. Оп, кружочек сделали. Марафонец нахина здесь. А, вон он. Алхимик. Хорошо. Оу. Ой, вот туда тоже. Смело.
Если дерево срублено, значит прошел. Ага, хорошо. А, так он обманщик на спектре. Давайте вот так сделаем. Хорош. На изи. А то бы сейчас он убежал. Ой, смотрите, это стенитунчик. Там кто еще? Геролет, а что-то пашется. Это бубошечка. Да, Гирыча забрать. Хорошо. Пойдет. Пойдет. Командно деремся. Хорошо. Золото экспа идет, и того нормально. И того нормально. Пацаны, кайфуют. 0.6, 0.3, 1.6. Вот это пацаны душа эти делают. Пацаны, не душаете сильно, вы че? О нет, это же иллюзии. О, вот это уже страшнее. Это уже страшнее. Хорошо. Все, гетбэкаем. Гетбэкаем. Давайте стечочки возьмем, а то совсем со статами все плохо. 700 хп, 800 маны, типа, ну удали доту. Серьезно. Погнали сейчас сразу какую-нибудь вылазку. Извиняюсь, что кашляю, пацаны. Немножко бывает так. Хорошо, что вы это не слышите. Отключаю микрофон и поехала. О, поехали. Это настоящий же тени, да? Что так, ман с ним? Оп. А, я понял. Я понял, пацаны. То есть вы меня продать хотите, да? Я понял. А этого можно застилить просто? Типа как бы, ну там, на вставочку. Можно. Уф. Это было so close. Чисто кунг-фу панда. Нет, не-не-не-не-не-не. Видели кунг-фу панда, что делает? Ничего себе. Страшно, врубай. Я думал, все, сейчас будет дабл килл на этот, на Dota Fails. Побежали побыстрее. Если спека ультанет, в принципе, у меня есть 50 хп. Секунда, чтобы появилась она, и убежать еще. Хорошо. Есть. Давайте вот так сделаем. Пойдем в лесу завардимся. В лесу завардим. Сейчас топ толкнем и лес завардим, парни. Быстренько, так сказать. Топ толкнем. Так, и начинаем билд свой собирать. Если я честно, эта катка такая, не фраговая. Катка не фраговая. Опасно сейчас тут идти, конечно. Химик 6 левел. Давайте вот сюда вард ткнем. Имбой варды ставим, дефолтные. Так, тут никого. Тут непонятно. Скорее всего, в дальнем кемпе, если есть кто-то. Ну, наверное, надо подождать чуть-чуть. Я, в принципе, не сильно время теряю. Ник там гунглеет. В принципе, что ждать? Вон там триггерует, тут еще, сейчас тут посмотрим. Да-да-да, есть тут кто-то. Смотри, смотри. Смотри. Машхур. Ну, походу, вард в лесу у них стоит. Вард в лесу стоит. Я вот здесь встал, он меня видел. Все понял. Все понял, парни. Принял, понял. Как слышно? Полет нормальный. Нет, рак. Хорошо. О, вон он, вон он, вон он. Браконьер. Сейчас разгонимся, тут монета будет, по идее. О, тиника можно забрать. А если я очень быстро добегу до него, то будет очень хорошо. Если он ару поймает, вообще прекрасно будет. Алчемисты. Алчемисты. А вард стоит тут. Так, 1600, да? Что если Тини там будет настолько долго фармить, что я успею обойти? Да ты посмотри, все обходят. И что, тут тоже вард стоит?
Или вот здесь вот. Походу здесь стоит что-то. Но это можно проверить одним способом. Смока купил, победил. И вторым способом. Да ля, да что ж такое-то? Это что, тайминги неудачи, что ли, я ловлю? Это либо тайминги неудачи, парни, либо это что-то попахивает какими-то третьими глазами. Третьи глаза. Вспоминаю, МХ писаю. Эти МХ, эти брат, не надо, пожалуйста, ливай, пожалуйста. МХ, брат, не юзай, не надо, брат. Вот эта песня, знаете? Они очень осторожничают, типа, ну хз, как будто мапхакеры. Мапхакеры 2.2.8. Давай, Старфоли. Хорош, я добиван-то делаю. Чё там по руне? Ну, давайте пойдем в лесочек. Так, 2200, да? Хорошо. А, было бы круто, если бы я даггер купил. Вот так сделаем. Возьмешь, иду. Иду, бират. А жопу хотел намазать, он не хочет, чтобы я ему жопу мазал. Твар! Твар! И кликнуть надо, типа, вот ти твар. И давайте руны ему. Тут кто-то был, у меня смок спал. А, печаль. Злоу на потме. Злой парень на потме. Очень нама. Алхимик странный. Как будто софт есть. Там варды просто банальные. Спасибо, спасибо, я ломаю. Уф, пишет на всю. На всю контору. На всю деревню пишет, что пушить надо. На всю контору. Но проблема в том, ребятки. Ребятки, сейчас если на характере сделаем. Ах ты, смотри, что делает. Ах ты. Прикинь, чё? Видел? Неужели он меня здесь видел? Либо это что такое? Это что, МХ? Мы против МХшников играем? Ля, ты будешь что делать? Это я вообще, если честно, не вкурил. Видели, что творится? Гирыч еще идет такой раз, такой, опа, разворачивается. Это ж как вообще? Эти на разгонах просто с руки, если что, побьем, подваливаем. Да, Мунлайт, герой не бьет. Спросите, а в чем, Азиз, смысл? Ну где же твой билд, который ты обещал? Начинаем, ребят. Начинаем. Первое, есть. Кстати, Лина через Дезоль тоже старая приколюха и очень даже рабочая. Но Дезоль, все знаете, на 85-й карте он убитый. Но не суть, его также можно собирать. Но я хочу собрать не Дезоли. Но Дезоль-то тоже можно будет сделать. Посмотрим, насколько раскочегаримся. Три слота у меня будет тупо на АС. Да, 19-я минута, пора полить все козыри. Просто три кнопки на АС будет. Так, а что если надо зацепить его, да? Смотри, убегает. Стой, брат. Опа. Ты, а как ты аваланчем не попал, брат? Вот все руки оторвать надо за такой геймплей. Так, там стангазе, да? Ну, ждем 6 секунд. Хорош. В лес надо нырнуть, там алхимик. Фармит. Вон он, вон он, вон он. Я же вижу, у меня есть тут третий глаз. Ты куда, братец? Хорош. Нормально. Так, ну первая молния есть, да?
Первая молния есть. Кто там? Гирыч? А, Спекич. Спекич. Что? Спекич. В смысле? Это что такое вообще? Спекич. Так, первая молния есть. Но у нас команда, блин, к слову, вообще жесть, пушка какая-то. Тут прям по рофлу катка очень хорошо должна зайти. Молниеносные собрали, парни. Будем бить быстро и быстро. А если еще рампашку оформим, так вообще будет страшно. Там Тини с прокаста не попадает, парни. Что делать? МХ! Жесть, там у пацана жопа горит. Слабая патма, надо написать, он тогда вообще ливнет. Слабая патма. Давайте потригерим немного пацана за его рот гнилой. Вот это действительно рот. Слабая патма. Он сейчас пойдет видеть, короче, а не камбэкнут, прикинь. Вот это будет контент. Я успел. Ой, жесть. Сан МХ. Сан МХ. Хорошо, не Чан Ли там какой-нибудь. Хан Ли МХ. Чан Ли. Блин, меня зацепило, прикинь. Можно стана дать. Стана нет, но вы держитесь. Жесть там. Столько дамаги получаешь, что ужас прям. Целый. Так, не надо фифе писать. Что, вы слабый характером, что ли? А где алче? Ну давайте сейчас наперед, как МХшники. Делают обычно. Где нет у тебя тут? Ты что? Ты меня обманул, что ли? На алхимике парень максимально странно мувается. Мувается. Но я надеюсь, тут варды стоят. Надеюсь. Так, Лина. Днина. Хорошо. Еще есть молния, по сути. Уже скорость атаки прям страшнейшая. Дефайтесь, пацаны, чё вы там? Слабее вы, что ли? Назову эту катку потная на линии. Потная на линии. Эх, ТПшится кто-то уже. Я хотел на низ пойти забирать. Да я пойду и заберу, что мне стоит. Ну, так, молния пускаешь, на лоу хп всех добиваешь. Так, 2400, надо 2700, еще одну молнию купим. И надо будет позиционку просто держать от тиника. Пойдем, его нафиг. Некор, если честно, аурой напугал. Я обычно сразу стараюсь, если увижу ауру, сразу гетбэк. Поэтому аквилу всегда отключайте. Так, еще копеечка. Две шестьсот. Гиролет там вообще лютый какой-то. Гирыч, просто лютая имба. Но не в этой карте. Так, 2700 есть. Хорошо. Есть. Раки, шо там? А, Сларк как поплакался. Тетфефе. Хорошо, есть. Нормально, две молнии в студию. Это фановый билд, ребятки. Никогда так не собирайтесь. Чисто я по рофлу. По рофлу так собрался. Теперь надо встать позиционочкой и просто настреливать. Ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба. И все. Ботл не продаем. Так и играем. Алхимик вообще ни разу на лайн не вышел. Вообще ни разу не вышел. Хорошо. Вон он, Тиник побежал. Кстати, Тиника я, по идее, за стан убиваю. Главное разогнаться. А Эсси? В Эсси, если разгонимся, будет гуд. Опасно сейчас вот так прыгать на Гаргону, потому что Тиника я не вижу. Хорош. Так, сделаем. Хочу этот дамаг получить. Что там, Тини, Даггер Аркана, да? Хорошо. Хорошо, Даггер Аркана, это понимаю. То, что нужно. Все хорошо.
Ничего страшного. Так, тиник там внизу, вон он. Погнали. Надеюсь, если не уйдет, сейчас я быстренько разбафаюсь. Надушить. Он ушел, да, сразу? Не знаю, не могу тайминги поймать. Пацаны ходят как-то. В этой катке максимально таймингово плохо все. Таймингово плохо. Надо, я сейчас должен орать. Ты конченый рагби, не давай тебе мука, фрагби. Так, ну я буду стоять, пусть байтит. Будет отлично. Так, хорошо. Этот стоит там у меня дома, изи. Так, ну что? Ломаем тэшку. Оп, хорошо. Нам нужны варды, Сларк говорит. Не нужны они нам, брат. Все это фигня для лохов. МХ, топчик. Что-то вообще так пассивненько пацаны зажались. И что-то никого нету. Они от КГ могут, кстати, эту катку выиграть. У них там пик такой, знаете, не сказочка. Не былица. Хорошо, 26 золотых просто заработаны. Вот здесь вот просто по щелчку пальцев. Делина тут. Нам тут, мне кажется, чапалаху дадут на Рошане. Нельзя тут. Нам нужны варды, да. Одобряю, брат. Нужны варды. Че, на топ-то поделаем тогда? Погнали. Подлыгу в помойку. Хорош. Еще одну молнию нафармим. Странноватый билд немножко, да? Кто-то сейчас зайдет, например. Хиназис. Что ты собрал? Чему ты учишь лоу-ПТСников? Как обычно кто-то пишет. Ребят, это не учишь. Это называется контент. Это фановые катки. Это фан. Так весело. Вам не весело такую катку посмотреть будет? Ребята там дерутся, но я Т2 буду ломать. Нет смысла там идти. Ребята сами пошли. Они камбэкнут, мне кажется. Камбэкнут. Надо вард, мне кажется, может поставить. Хоть какой-то. Ладно, на тине сейчас не наперется. Вард, поставьте. Я все катки на линии сегодня варды ставил, но эту катку я не ставлю, не знаю почему. Но типа не суть. Из-за этого начинаем проигрывать. Хорошо, 3600. Может одну апнем? Давайте одну апнем. Молнию. Вообще хп бы какие-то. О, GG. Юл не успею, да? Бейн, good luck. Все, это последняя капля была. Ой, печалька. Я только последняя капля думал забрать. Не. Ну, конфутовый задушил. Вот так вот. Стрик забрал, да. Стрик отдал, да, лох. Да, лох. Точно. Вард стоял бы. Было бы по-другому. Стрик отдал. Ну что ж, доту теперь не играть. Кто у нас должен вардить в этой катке? Вот Некролайт есть. И Потма. Некр, Потма должны вардить. Но Потма токсик. А Некр хз. Просто не ставит. Ладно, ничего страшного. Стрик отдал, да? Но сейчас пойдем с командой. Годраку. Годраку, пацаны. Я, в принципе, раздамажу. Мне главное по тинике. Тини сейчас лотар сразу купит. Блин, жестко, тяжело будет. Это и потная катка еще будет. И фановая, и потная. И фановая, и потная, ребятки. Сразу на топ ТП, наверное, сделал. Блин, были бы варды, я бы сейчас пошел ставить. Один вардик есть, да? Думчик пошел ставить. Ну, надо агрессивные варды. Они такие. Которые дум ставить пошел. Дум ставить пошел, не те варды. Алхимик ни разу не подставился. Вот это самое такое, знаете, странно. Что алхимик так мувается, что МХ получается. МХ получается. А Тини еще так
Тупой такой, тун, камень такой. Привет, знаете, такой. Просто появился. Не было и появился. Хорошо. ДСПС. Надо аккуратно по лесам. ХП нет у меня, 18 левел, а ХП нет ни хрена. Конечно, ты говна насобирал, как сейчас скажет кто-нибудь. Что там, успехи радик будет? Ого! Лес, варпить. Им. Варды вроде есть, но они максимально хреновые, эти варды. Вместе толка, да понятно, вместе толка. Гоу, вместе толка. Вместе толка, говорит. Это Тини на топе. О, го. Кстати, мне Аегу, если это будет круто, я буду нападать. Тогда. Мне Аегу, парни. Хорошо. Мне Аегу, если я Аегу забираю, это будет очень годно. Я много дамаги внесу. Хорош. Гоу, погнали. Что-то там челы. Горят. Горят, парни. Сларк, вижен, давай, брат. Давай, давай, давай. Ну иди, 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 иди. Лотар есть же у тебя. Лотар, нажми. И вижен давай. Все, молодечек. Справился. Гоу лес. Да конечно лес, куда же еще? Смотри, нету никого. Очень подозрительно, что алхимик постоянно убегает от нас. Дефнуть надо. Странный алче. Очень странно. Он вроде раковый, но... О, Тини, смотрите, видели сразу, какие артефакты у него там. Тини вроде раковый, а уже арт есть. Поняли как? Вот оно, стрик отдал, лох. Махина здесь получается. Души с руки, чтобы оппоненты боялись. Каждый удар молниеносный. Кто-то варды снимает, Тини варды снимает. Узенько, в принципе, там. Вообще не подставляются, да? Чалька, ну гол. Вон кто-то стоял. Там от дефа Гаргона прям максимально жестко сыграет, мне кажется. Ларка полз, ходи. Сейчас Гаргона подставится, я прыгну сразу под станью ее. Сразу под станью. Алчи еще, отсыда. Алчи в инвизе. Хорошо, я понял. А что за стан такой, да? Нам варды нужны здесь. Там уже очень плохо тем, что варды надо. Оу. Еще будет кнопка. Да, господи, тут еще и ацит этот вонючий. Нам сентри нужны. А так не сделаем ничего. Хорошо, 2,5 секунды бьем. О, пошел раздамаг. О, не успел юльнуться. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, что сейчас произошло? Гаргона убиваем в любом случае. Хорош. Дай убить тебя. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Нет, ты прям меня подкинул, прикиньте. И кто еще байбекнулся, по-моему, кто-то, нет? И прям меня подкинуло. Я думал, я сейчас уйду, потому что второй тик колдауна я не получаю. И, в принципе, отблинковываюсь. Нам сентри нужны. Там. Но мы на ХГ не смогли зайти. Сентри нужны. Тут опсы, сентри надо поставить. Ладно, сейчас, наверное, сами займемся этим, да? Надо самим поставить. У нас думчик есть еще, в принципе. Блин, тяжко, но не можем зайти. Не можем. Хорошую драку сделали. Я не минсанул. Я лагуну вообще не давал, да? Не, я давал лагуну. Там уже. Я лагуну дал уже на хайграунде. Они, видите, не подставляются вообще, как будто там софт. Серьезно.
Кстати, Сларк, да, обкакался там. Ульта, Лотар, у него все было там. Жесть. Давайте попробуем сейчас. Я ТПшки не буду брать. Я сам заваржу все. Сам заваржу все. Я заваржу. Если хочешь что-то сделать хорошо, сделай это сам. Запомните это, ребятки. Если хотите чего-то добиться, встаете с дивана и идете делать. Все, let's go. Как говорится, Хинадис молодец. Он за ПТС и драться готов. И не мегакил. Да, печалька начинается. Прикиньте, там такой лейт. А мы тут фанимся. Тут еще можно и проиграть. Надо разочек дать им чпалаху. Но типа last slot, мне кажется, сюда надо что-то плотное делать. Last slot надо что-то плотное делать. Это печально. Был дефолт. Да, вот он сейчас. Смотрите, ничего делает, браконьер. Вот почему мы не можем двигаться нормально. Вот почему двигаться нормально не можем. Тини вардит. Мужчина. Мужчина, хоть и слил мид, хоть и ни хрена не делал. До снятия стрика. Сейчас он уже что-то делает. За счет того, что варды ставит хотя бы. Давайте в тупую не будем ставить вард, поставим его сюда. Хорошо. Тиника, если я поймаю, я его забью за стан, по идее, убиваю. Сентри там куча у тиника. Здрасте, у меня скорость атаки, это еще не третий был этот. Пассивка не третья была. Но на этом, ребятки, я думаю, тут две молнии хватит. У меня еще, в принципе, два слота. Надо еще какой-то слотик сделать. И надо что-то в жир. В жир надо что-то. Хорош. Где ешь? Опа. Отсыт сразу, в деф такое не садятся. Там линка еще. Да пацаны прыгнули, там можно тиника сдохнуть. А, вон тиник, да? О, щит. Это плохо. А, она сама перепугалась. На спеке. Сларк там сдох, как я хз. Как он сдыхает на Сларке. Смотри, там алхимик постоянно варды ломает. Жесть, он тупо алхимик, тоже саб какой-то там. Блина, я ничего не боюсь. А, ты байбэкнулся? Он ББ нажал? Лол, я не видел. ББ нажал. Да не, вот тут варды просто. А, вроде. Что это такое? Ля, они вообще как засели. Но это, скорее всего, лузик еще. Ри что делает? Походу, софтер, да? Видели, что делает? Каточка против МХ получается. Ну, го по-серьезки тогда. Надо что-то серьезное собирать начинать. Каточка против МХ. Сейчас вместе. Ну, они в дефе очень... сильные. Надо цеплять. Варды хз нам не помогают. Сразу снимают. Ну вот типа не дефолтные варды. Вот два я поставил. Они их не снимают. Как будто не видят. Не знаю. Но типа да вряд ли там МХ. Просто вардится и все. У нас Сларк пока ничего не делает. Не знаю почему ничего не делает. Тупо, ну это ж Сларк. Как можно Сларке ничего не делать? Серьезно? Ладно, Лина с молниями. Кудеф. Если на топе сейчас кто-то останется, блин, надо дасты иметь. Надо дасты иметь. О. Алчи лес пошел. Алхимик чисто лесной болван. Лесной болван. Блин, для тиника я, конечно, булочка просто. Прикиньте, 1300 хп. Там прокат сносит 1200. Правильный, аватосовый. Аватосовый.
Аватосови и прокаспи. Я хотел на Юлу его подцепить. Надо даст. Аватосовы прокасты, до свидания ему. Линя, то есть, как бы. Дастик есть, Скади есть. И пробовать. Тини где-то в этом районе должен быть. Он тут мест. Никого. Через две молнии подряд. Так, так. Хорошо. У нас лейта нет, а Сларк тебе шо, шутка какая-то. Но они жестко от дефа играют. Прям у них пик такой. Приятный. Мы можем, в принципе, тоже фармить, но в лейте мы по-любому всосем. Роша есть. Если я с Рошаном, ну, много, я могу с Рошаном много сделать, на самом деле. Рошаном я много могу сделать. Го. Мне его. Если я ЕГ возьму, это будет опять хорошо. Тогда очень хорошая драка была, более-менее что-то получилось. В БМ только не убиться и все. Хорошо. Можно сразу попробовать на зацепе. Вот нагло. О-во-во-во-во-во. Это ГГ. Мой АЕК. Слиты. Так, есть. Растанил? Пойду. Хорошо, хотя бы так. Да, жесть, вот это я напихал. Отлично. Тини гем. Заберу, плюс, плюс, плюс. Забрали, 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 забрали гем. Забрали, забрали. Вот это я ему напихал, вы видели просто. Но надо что-то в жир. Погнали, мид. Там 100 секунд у кого-то. Кого 100 секунд? А, Тини 100 секунд, он бубакался. А сейчас надо в наглую сыграть. Давайте еще купим гиперстоун. Говорит, Азиз, в силу надо что-то. Дебилу надо что-то. Дебил на Азесе. Я вам отвечаю, это просто имба. Имба, не герой. Имба, не герой, получается. Это минус две стороны надо делать. На такой скорости атаки. Хорошо. Вот это жестко, конечно. Мистер скорость атаки, называете меня. Две стороны ломаем. Шарт, наверное, возьмем. Или еще молнию. Ломай. Да что ты в меня все кидаешь? Ну ты псих, что ли? Ну, гем отдаем. Гем отдаем. Гем отдаем. О, найс вижн. Найс вижн. Финика еще нету, можно побить. Жесть, я ее еле-еле пробиваю. Но она все, мана у нее кончилась. Видели? Я почти ее убил. У меня мана кончилась уже. На топе руна какая-то активка. Давайте посмотрим, что за рун. Жесть, у нее 1100 маны, я так долго сбивал ее щит. Инвиз. Ладно. Потма тоже пошла, подфидила. Хорош. Душим. На Б надо бежать. Все, го еще молнию. Окей, добиваем тогда, ребятки. Добиваем молнию. Еще одну. Жесть. Ну вот такой дебильный билд, но в целом, пацаны, чисто контент. Две стороны сделали, почему бы не подушить. А Егисе еще что-то можем. Прямо Егис мне хорошо залетает. Жалко, что нету никаких... Тут, блин, такие катки получаются, они потные, короче, но без вставочек. Знаете, нету такого, что там как бичей разваливаешь и там пау-пау, пацаны, ливают просто. Такого нет, к сожалению. Нет, к сожалению, но что поделать. Круто было бы, если бы он волка скушал.
Надо магу, волка круто было. Тини на топе. Я Тини соло убиваю. Если он ошибается, он умирает. Если он ошибается, он ошибается. Надо было так сказать. 2000 хп, гем там. Я его убью. Go. Я убью его. Глиф как раз есть. Опа, сейчас подойдет, да? Смотри, что делает. Смотри, что делает. Хорош. Стой, стой, стой. Эх, жалко. Жалко. Могли зацепить. Просто пулеметчица. Погнали на Б за тревелами. Пойдет. Хорошо, я там настрелял просто. Та-та-та-та-та-та-та. Ой-ой-ой, Алча там душит. А что там Патма мобильность собирает? Несмотря на то, что он такой токсик какой-то, типа, ну, мобильность, то, что он собирает, это плюс. Так, ладно, курим. ХГ сейчас будем бить. Ребята дерутся. Гу. Ломай. Нафиг эту контору. Так он его нежно называет чисто. Ломай, да, говорит. Опа, пошло. Тах-тах-тах-тах-тах. О, Лина вот этот. О, что-то Лина. Хорош, из даггера уходим. Блин, каутимся. Пойдет. Вот это мы, конечно, пушеры мамкины. Это мы, конечно, мамкины пушеры. Что, там драться собрался? Там также сейчас всем там... Все там же сейчас придут, все, весь гей-парад. Тиник еще живой там. Оп, хорош. Нормально. Это что такое? Ой-ой-ой-ой. А это что такое? А, это баш. Неплохо. Ничего себе. Я думал, я там подамажу, как профессионал. Ну вот так, например. Погнали. Убиваю и убиваю. Юлимся, там ракетница. Хорош. Вот так вот. Души его. Хорошо. Тинику лагуну, как говорится, и всем остальным по жопе. Всем остальным тоже по жопе. Где ты, Тини, братец? Выходи. Го. Закончим. Ребятки, ну фановая катка получилась. Оу. Ля, просто слил с прокаста. Убивайте его. ГГ. Ну пойдет, такой размен я заслуживаю, в принципе. 150... Ой, 155 секунд, вы видели? Тини. Тини. Кунг-фу. Брат. 155 сек. Как там? Чай иди попей. Хорошо. Ребят, ну вот такая катка получилась у нас на линии. В фановом билде. Чисто в АС. Это еще без шарда, в принципе. Го один на один. Го. Тирак. Го, тирак. Да я его выиграю один на один. Мне главное, чтобы я его видел и все. Центрик поставил заранее, все. Не знаю, это жестко. Какточка прям такая. Ну, на вставочку жалко сегодня. Ультракиллов, рэмпейджей, ребятки, не было. Но в целом, катки потные, плотненькие, интересные. Это, я думаю, компенсирует. Компенсирует, на самом деле, то, что нету каких-то красивых моментов прям максимально. Странная катка. Всю игру пацаны как-то мансили-мансили, а потом все-таки раздушили мы. 55 секунд, и, видимо, будем тпшиться еще и заканчивать эту каточку. До конца добивать пацанов, потому что что-то союзники наши не торопятся. Все, Сларк. Сларк бояка. БКБ на Сларке купи и не бойся вообще ничего. И тайми просто. Ультимейт и тайми лотар. Все. А так вот с таким билдом Сларк, естественно, боится. Сларке самая фишка, чего это? В чем фишка? Это бить. Ты настакиваешь, настакал и потом просто душишь. Вот сейчас он Shadow Dance потратил, у него всего 3 стака. Это вообще ни о чем. Возьми, прыгни, 5-7 тычек дай, потом нажми Shadow Dance. Еще 10 тычек. У тебя уже сколько стат будешь? Жесть. Я лейт. Yes. Хорошо. Дуза там, с солбустером.
Так, ну походу пойдем заканчивать. Еще 30 секунд еще. Тини сдох позже меня. И я уже рецаюсь. А он до сих пор все никак не вылезет. Поехали, парни. Работаем. Работаем. Так, меня кнопка уже кидает. Вот это браконьерская спека. Хорошо. 17 секунд. Лотар зашел. Хорошо, отходим. И она стакивает чисто Dragon Slave. О-о-о. Погнали, расстрел. Бам-бам-бам-бам-бам. Хорошо, БМ не помог. Отлично. А ты опять ты в меня ракету эту ставишь. Че, никто не видит ее, эту ракету? Ладно, Юл придется тратить. Хорошо. Молнию пробафал. О-о-о, сейчас тут так-так-так-так, минус Тини сразу. И вот этого туда же. Ару. Сейчас, блин, канусь за душу, или нет? Эх, ладно. Трипл килл. Но сегодня все сделали по трипл киллу, по ультра киллу, кроме меня, ребятки. Вот такой вот у нас билд крайний получился. Надеюсь, этот гайд вам, ребятки, в целом понравится. Никогда не собирайтесь так, как я собрался. Это максимально неправильно. Я стараюсь собираться так, потому что мне мой опыт позволяет так собираться. И, в принципе, катку делать интересную. Надеюсь, в целом гайд вам понравился, ребятки. Обязательно задавайте вопросы, если у вас есть какие-то вопросы, в комментариях. Оставляйте, как говорится, вопросик, я на него отвечаю. Не вопрос. Там, может быть, я немного могу опоздать, там, денечек, там, два, может, может, через, сразу через час могу ответить, как мне оповещение приходит на телефон, так и делаем. В целом, парни, ГГ. По линии мы сегодня вроде разобрались. Собирайтесь всегда так, как собирался я в первой катке, но вместо Октарина Хекс. И все, и вы будете побеждать каждую каточку. Не бойтесь, экспериментируйте, прыгайте в туман войны, давайте Драгонслейвы наугад, давайте Лагуны Блейды в крипов, как я давал вот здесь. И все будет отлично, ребятки. На этом все, парни. Поставьте обязательно лайк за старание. Все. Пожелаю всем приятных выходных, если они у вас есть. Конечно же, выходной. Ну как же без выходных? И в принципе, все, ребятки. Давайте, с вами был Ксеназ. И до скорого.